Максим. Если мы хотим, пэм лицо говорим. Джордж Клоун, да? Я сейчас сделаю так, чтобы ты оттуда нормально не ушел. Завтра Эмиль будет прыгать по октагону. Все впереди. Я тебя тоже переехал. Это будет самый зрелищный бой в хайпе. Дзюдо против вольной борьбы. Следи за языком, или я тебя сейчас вырублю. Тихо. Я выхожу сюда, делаю то, что я люблю. Я пришел сюда за победой. Он клюзив, короче. Говорил тебе то, что ты будешь сковородкой. Друзья, приветствую вас всех, это High Fighting. С вами Асхаб Тамаев и Алифейд Аудитории. Друзья, этот весь интересный контент для вас абсолютно бесплатный. Все, что нужно от вас, это буквально просто поставить лайк на это видео, подписаться, обязательно писать свое мнение в комментариях. Спасибо. Ну что, ребята, нас сейчас ждет очень крутое, жаркое противостояние. Я уверен, ребята зажгут, по крайней мере, обещали. Первый участник — это Фарид Юдулаев. Наверное, уже многие его знаете после боя с Азизханом Тушанбиевым. Я добьюсь, я дойду до вашего брата Чершамбе. И пока что я просто не набью тебе морду, не выиграю тебя, я тебе отвечаю, я с попом ММА не уйду. Я тебе набью голову. Давайте его пригласим. Я же сказал то, что я король поп ММА. Я им стану. Запомните. Да, сюда. Салам алейкум. Салам алейкум. И его оппонент, этого человека я знаю лично, хороший боец Джош Кун. Чё ты нарядился здесь? Чё нарядился? Принцесса. Стоп! Охран! Охрана, сразу все сюда! Руки прилю! Подожди, пусть руки! Понял, все, отпусти, все! Руки! Давай, расстояние, держи! Чё там? А чё так дерзко выходишь, э? Подожди, ты чё так резко выходишь, дерзко, резко? Так ты ж ты принцесса меня знать моя, не знаешь, ты выходишь тут, что-то, я не знаю, выпендрёживаешься. Так, ребята, вся охрана остается здесь, становитесь сзади бойцов. Как я вышел, это мой стиль. Если ты мне что-то хочешь за него предъявить... Я сейчас тебя предъявлю, сядь сюда. Давайте сядем. Фарид, сядь, пожалуйста. Давайте сядем, Джошкун. Выходишь такой весь, ты первый раз правильно приехал. Сядь. Сейчас я поставлю тебя на место. Сядь, мы с тобой пообщаемся. Ты последний раз здесь. Выходишь на публику, что-то. Фарид, давай. Ты последний раз здесь. Фарид, обсудим. Последний. Охрана сейчас вот нет. Еще ближе будьте вот к ребятам. А, побольше нужно охраны. Диванов, охрана. Позади диванов. Спасибо. Побольше нужно охраны. Вот сзади вот ребят. Еще нужна охрана. А, ребят, встаньте, пожалуйста, вот прям сюда, сзади них. Ты так не прыгай. Когда я сказал, что эта конференция будет очень жаркая, я не знал, что настолько быстро все начнется и резко. Джош Кун, ты подошел к нему сразу достаточно грубо. Это связано с твоей какой-то личной неприязнью или что? Какая мне мотивация? Мне просто не нравится, как он себя ведет. Как я себя вел? Не нравится. Я подожди, я ты вышел сюда ты сейчас. Ты слишком зазвездился. Я подожди, тебя осажу обратно. Почему зазвездился? Смотри, ты говоришь, что я первый раз здесь, было... ты последний. Подожди, ты у меня было много здесь. Хейта, правильно? То, что я там выхожу, выпендреживаюсь. Сейчас ты вышел, подошел ко мне весь такой крутой. Конечно. Как я одет? Тебе какая разница, как я одет? Мне не нравится. Я не имею права. Это твое личное мнение. Ты сюда пришел? Пришел сюда что? Держи говорит его парень, при себе. Говорит, я как парень, хочу, да. Так и вышел. Ты понял сейчас меня? Сейчас мы с тобой пообщаемся. Голубики кедах, говорит парень. Еще раз. Голубики кедах. Нет, ребят, сейчас парень. Давайте. Давай, сейчас да, зачем за одежду? Ребят, у меня просьба. Сейчас давайте больше будут говорить именно участники, потому что может быть какая-то суета ненужная нам. Так, Фарид. Ты вообще достаточно ярко в наш промоушен ворвался. Бой сложился не в твою пользу, но все равно ты, видишь, благодаря своей манере общения, поведению, о себе заявил. Я думаю, после выпуска High Fighting, наверное, многие люди тебя как-то стали узнавать. Есть такое? Есть такое, да. И твое вот это поведение, типа, я не могу сказать, плохое или хорошее, оно твое, да, это твой образ. Ты как бы конечно, я как делаю это. Ты будешь продолжать в этом стиле? Нравится ли тебе этот стиль? Мне нравится этот стиль. Я уже как заявил.
Я буду делать трешток, мне это нравится, но единственное мат, да, я уберу мат. А, то есть он не красит меня яйца со стороны. Тебе не понравилось извиняться, да? Не понравилось тебе сейчас слова не давали. Я имею и право, когда хочу говорить. И не пытайся сейчас как-то выпендриться тут или еще что-то. Да, я договорю, потом тебе дадут слово. Я буду решать здесь. Ты ничего не будешь я тут буду решать. Я буду решать. Ты пока что вообще нет никто тут. Я ты сиди, молчи. Одел тебе, шубу. Тебе, одел наверное, жарко, шубу, говори быстрее. Кайф говори имею. Быстрее. Одел, давай. Я буду продолжать свой образ, да, как я сегодня же и вам говорил. А трэш-ток тот же. Он будет еще и расти, и мощнее. Единственное, говорю, мат уберу, трэш-ток останется. На самом деле, наша организация это полностью поощряет, потому что, как бы, здоровый трэш-ток без мата, это, ну, не так, ну, не так плохо, да? Конечно, я буду делать, мне это победы, нравится. А победы, будут? Победы, конечно, будут. Завтра ну, в плане мат убираешь, да, правильно? Мат убираю, да. Трэш-ток оставляешь. Если ты сейчас не хочешь... Победы, что будем делать? Что будем делать? Да, ты обещал фанатам своим, там, следующий бой я сделаю красиво, ну, лучше. Сделаю красиво, лучше. Да. Надо было я позвонить Альфреда. Я не говорю Альфреда. Сейчас тебе, выиграю надо я было или позвонить нет, Альфреда, я выйду сейчас. Сказать я ему, уже... чтобы он отменил бой, потому что не на того нарвался. Тебя кого хотят я... тащить вверх. Я нарвался. Тебя хотят тащить вверх. Стой, я нарвался. Они думают, подожди, что я проходной боец. Да я сейчас говорю, да, теперь, я говорю. Уже теперь я говорю. Почему я нарвался? Это тебя мне предложили. Вот, мне предложили. Мне сунули, ты там Корней вызываешь. А ты тут что, попал совсем, на мастера кого спорта, я понимаешь? Вызывал? Где ты я просто... вызывал? А ты мастер спорта? Я мастер спорта по пашному бою. Кандидат мастера спорта по армейскому пашному ну, бою. Ну смотри, почему сайчо. Ты говоришь, что я нарвался? Да. Я тебя не искал, мне тебя скинули, я посмотрел, да. Потому что много ты бойцов... Ты зашел в мой инстаграм, посмотрел мою историю. Мне должен был уже твой... понять, мне что нужно инстаг... позвонить Альфреда. Ну. Позвонить ну. мне, потом извиниться передо мной. Сказать, что это была ошибка просто. Ты у меня сегодня сковородкой я станешь, говорю, запомни. Все запомните. Сегодня сковородкой стану. Сковородкой ты у меня станешь, посмотрим, потом посмотрим. Поймешь, почему. Так, ты мастер спорта по... По рукопашному ну, бою. Ударной технике. У вас, я умею бороться, я все умею. Могу у вас ММА бокс в перчатках ММА, правильно? Да. База стойка, у тебя, в принципе, тоже база, меня, база стойка, да, но у тебя да. более даже, наверное, стоечный вид спорта. Ну, у меня только стойка, по сути, есть, да. у меня борьбы нет. А, я понял. Ну, Джошкон, ты, наверное, изучал вообще бои, смотрел Фарида? Конечно, колхозник. Колхозник. Последний я его бой, обыграю. Да, ты посмотрел? Ты последний технически. Бой я работаю тренером и знаю все изнутри, вот то есть как разбирать бои. Тренером. Ты ни разу у меня есть не выступал, в этом опыт. Понимаешь? Я веду своих учеников. Вот сидит у меня ученик здесь. Красавчик. Я веду своих я учеников. Я честно уважуха тебя. И поверь мне, я тебя ну. просто уже разберу. Понимаешь? Хорошо, разберу. А теперь смотри, у тебя уровень такой. Ты не выступал же нигде по профи там. Поверь, нет. любители и профи это совсем другое. Ты завтра выйдешь в октагон, так я роняю потих... профи там у себя в городе. Кого ты такие как ты профи кого там одеваются также в пальтишко. Ну ходят. Завтра ты меня уронишь. Уронил 100%. Как, а ты что скажешь, твой прогноз? Давайте прогноз, без слов, я ребят, не буду сейчас давайте загадывать. Давайте без слов, но... это ну, все-таки не стоит, да, как бы. Просто, Джошкон, ты уверен в себе? У меня просто еще один вопрос есть. Да, я сейчас отвечу. Давай. Почему я тебе говорю? Я не буду говорить, выиграю я или нет, но... Бой с Азизханом, я не буду сейчас оправдываться, были свои причины. Это вообще другой я был. Вот какой я выйду завтра, то есть публика вообще, она потом в комментариях напишет, что это вообще другой я. Ты уверен в своей победе? Абсолютно, прям полностью. Я не скажу, я не буду сейчас говорить уверен, я не буду делать те ошибки, за которые я потом не смог ответить. Но я выйду, я сделаю то, к чему я сейчас подготовился, и все, ну, я думаю, удивятся. С такой командой, как у тебя, ты выйдешь победителем, наверное. Ты вон с пацанчиком дрался, да? Не на все, успокойся, пожалуйста, сядь на место, не дергайся. Сядь на место. Ты что, ты моей команде? Одна. Слушай, команда ничего не говори. Лично. Сядь на место. Мячик свой в карман спрячь. Подожди, а что с командой? А ты в теннис пришел сюда играть или драться, блин? Ну, давай, мы тебя слушаем дальше. Да, теперь я говорю здесь. Ты сейчас будешь там говорить. Сейчас мы пообщаемся, ты реально, ты сейчас вот оттуда я тебя не перебивал? Я тебе дал разговаривать. Ты несешь дичь, братан. Ты вот дрался одни... Ты дрался. А у тебя отличная команда. У меня отличная команда, поверь. Не матерись. Ты проигрываешь. Парень с тобой в одной команде проигрывает. Как принято, да, кем себя окружаешь, так и двигаешься по жизни, правильно? Если ты сидишь с лузерами, ты я и будешь лузером. Подожди, кто лузер? Э? Вы кто все лузер? Там лузеры. Почему ты за меня говоришь, что я лузер? Я тебе пальцы не показывал, вот ты человек сидит. Я знаю, вот человек сидит, проиграл тебе, правильно? Ты с ним бился? Ну. А теперь в одной команде, и да, что? С ним что? И что дальше? Или ты вот с каждым будешь драться, а потом с ним, в смысле, в плохих отношениях. Не я плохих, дрался, вот я с... себя окружаю победителями. Я бился с Азизханом Чершамбиевым. У нас с ним были очень плохие, можно сказать, отношения. Да. Сегодня мы пожали по рукам, и как бы все, мы
Я бы тебя тоже простил, если ты извинишься передо мной. Я перед тобой не буду извиняться. Ты завтра извинишься, я тебя прощу, не переживай. Если ты себя вообще видел вот сейчас. Конечно, красавчик. Ты даже не красавчик. Подходишь попу Мамэта. Вот сейчас да залетел, что ты хочешь тут выпендриться. Типа я такой крутой, там нифига, братан, это уже не прокатит. Прокатит, посмотрим. Слушай, вот этот пацан кто такой, вот рядом. Вот? Вот это, да. Вот ты вышел, да, вот короне, как король. А этот парень, мой ученик. Послушай меня. Подожди, ты задал мне вопрос, да, я отвечу. Я задал вопрос, да. Он вышел в короне, как король, правильно? Я король и есть, да. Вот мой ученик с королевской Иордании. Вот он знает, что такое короли, понимаешь? Да, да, я с королевской Иордании, я знаю, что такое королева. Максимум, я тебе скажу. Ты знаешь, что такое королева? Максимум, да, ты Максимум, королева? Я тебе скажу, нет. Это ты, Максимум, можешь ты себя... Ты королева, ты сейчас сказал, ты королева. Нет, это ты королева, Максимум. Ага. Максимум, это Максимум, ты можешь быть? Это королева. Ты рот свой закрой вообще. Вот, слушай, ты рот закрой, мелочь, иди вообще, что ты сюда вышел. Tomorrow night, we're gonna smash your face. Меня Джош Кул называет. Подожди, я тебе объясню, что он говорит. Он, пацан с Иордании, у них там королевство Иордании, правильно? У них там есть король. И что? И он знает, как должен выглядеть король. Если ты так себя представляешь. Я смотрю, как он выглядит, как король. Максимум, что ты можешь быть, это быть моей королевой, понял? Вот все, что можешь. Эй, команда, ребят, ну что такое? Ребята, ну реально? Охрана сразу. Иди сюда, королева. Все, Дима, все. Так, ребята, все, кто рядом были, все уходят. Это вообще не дело. Кого ты королевой назвал, Фарид, оставь с собой только два человека. Подругу... Видите все. Фарид. Только два человека с тобой сейчас. Че, кто королева? А? Все, ребят, все спокойно. Второй раунд. Давай я тебя короную, королеву. Дэн, возьми. Один, давай. Не надо. А ты че сейчас не прыгаешь? Я сначала прыгал, а? Иордания. Ребят, ну что такое? Ну что? Все, да, разойдитесь, дайте я с ним сам поговорю. Что за неуважение? Ребят, Фарид. Оставь двух человек. Ребят, только два человека. Кроме Фарида, только два человека. Не три. Сейчас, ребят, вот обращение к друзьям Фарида. Кто сейчас вылетит и будет драться, мы к вам доступ запретим вообще на конференции, на бои без обид. Просто вы подрываете нам конференцию, все портите. Ну реально, уважайте нас. Кто сейчас сюда залезет за Фарида и так далее, начнет там рубиться, больше вообще к нам не попадут, и завтра к Фариду тоже на бой не попадут. Поэтому, если хотите за него болеть, пожалуйста, без конфликтов. Да, давайте вопросы зала. Я не запомнил, как тебя зовут. Джошкун. А, ты сейчас моего брата назвал принцессой, там, королевой. Ты как к этому вообще, нормально? Это значит, тебе не брат, а сестренка твоя, братан. Моя сестренка? Ну, раз принцесса. Получается, конечно. Говоря об этом ему, ты оскорбляешь меня. А ты что, хочешь тоже пообщаться хочешь? Да, я хочу пообщаться. Значит, оскорбляю, получается. Не, задавай Жди. Вопросы этому. Хорошо. Пушили просто. А ты сейчас ворвался... Он сидит, как мышь серогубая в натуре. Не, просто там меня очень... Пытается что-то сказать. Ты в натуре серогубая. Рассказывай. Не слушай его. Это твой брат, он тебя перебивает. Он тебя даже не уважает, понял? Ты он, за брата он перебивает качаешь, тебя, а не меня. Не уважает. И все, что он делает, это и мой брат, и у него есть на все дозволение. У меня вопрос к Фаре. Откуда у тебя такая личная неприязнь к нему, да? И почему вот вы сейчас... У меня нет к нему неприязни, не было. Вот до тех пор, пока он не подошел мне и не предъявил, типа, ты что так выглядишь, что ты шуб, какая разница, как я одет. Я сюда вышел с тобой пообщаться, как бы, а ты подходишь тут. Я знаю, ты хочешь выйти хайпануть, типа, что я так одет. Я ненадолго не здесь, надо я собью твою корону и уйду. Смотри, ты не боишься, что уходи первым... прямо сейчас, ты ее не собьешь, смысл она тебе... Она уже не на тебе, братан, ты я в ней Я ее вышел. Вот положил рядом. Она уже не на тебе, она сбита. А ты не боишься, что первым боем в ППММА ты просто завершишь свою карьеру, которая еще не началась? Я в себе уверен, понимаешь? Я посмотрел бой, его бой. Я как бы выступал 10, 17 лет. Я То есть ты его недооцениваешь? 17 лет, я дооцениваю соперника. Я 17 лет в спорте. Я знаю, на что я способен, какая у меня техника, интеллект бойцовский. Я посмотрел его бой, как он опускает голову, летит колхозными ударами. Вот я это просто, хорошо, я просто его что поймаю. Ты посмотрел Хорошо, что бой? Ты предложишь Подожди. Ему в бою? Что вот ты предложишь я предложу ему в бою? Нокаут. Хорошо, что ты и посмотрел он этот бой. Завтра тебя будет ждать сюрприз. Я тебе вот отвечаю. Хорошо, что именно этот бой. Вообще я не жалею даже. Я люблю я сюрпризы. Этот бой обожаю проиграл. Сюрпризы. И вот именно на Но тебя... у меня день рождения 2 февраля, так что еще рановато. Братишка, тебя как зовут? Меня Джош Кун. Ты пойма, как попал? Кто тебя забрал вообще? Чем говори? Кто его забрал? Его кто сапал, Эмма, кто забрал? Я ему предложил подраться, потому что он с моего города, я знаю, что он хорошо дерется. И... А тебе азбуку подарить? Ты знаешь, это не футбол, здесь бои идут. Это не футбол, здесь бои
говорю. Буква М. Слушай, Гусаев, слушай, ты сам разговариваешь, Д. Тебя непонятно. Напомни. Чё говоришь? Больше не спрашивай, как меня зовут. Я тебя по азбуке. У Шохала вопрос есть, он очень рвется. Шохал, что ты хотел? Я думаю, на сегодня достаточно. Дали завтра, покажете остальное. Да, все. Хороший бой, брат, был последний, крайний. Красавчик. Давай. Фарид, да. Фарид, вот ты напоминаешь персонажа со сказки, да, Ганса Христиана Андерсена, «Голый король». Ты ничего не сделал, кроме как получить по лицу, да, от младшего брата. И ты надеваешь звание на себя короля по-моему. Какой вообще план, чтобы стать настоящим королем? Какой план? Есть? Какой план? Да, что ты будешь план делать для этого, чтобы стать настоящим? Чтобы тебе просто... самому не было стыдно за это? Мне не будет стыдно. Я сделаю так. У меня план такой сейчас. Просто выходить, делать красиво, выигрывать. И все-таки до конца все довести и выйти, прям вот сюда встать и доказать всем, вот я есть король. Пока ты только говоришь. Пока что я только говорю, на деле все покажу. Давай, удачи. Не, Костя, просто здесь говорили, типа туда-сюда. Тебя задевать что надо? Нет, ты вопрос. Я вопрос задал. Акцент у него такой, знаешь, бомбовый. Я ему сделал уважуху, задай вопрос. Костя, я тебе удачу. Костя, успокойся, ты меня уже бесишь сам. Я разберусь, что делать. Я тебе ответил, я ее одел. Все, Костя просто задал вопрос, все. Давайте сделаем стардаун. И, наконец-таки, уже. Без рубашки. На всякий случай охрана, подойдите, но не слишком близко, чтобы их не закрывать. Охран, чуть-чуть. Помнишь, я вот говорил тебе то, что ты будешь сковородкой? Чё? Оставьте. Только! Молодец, да? Я тебе сказал, что ты будешь сковородкой. Твой угол уже бросает белое полотенце, да, олень? Ты просто дешевая сковородка, на которую я сейчас пожарю. Я выиграю тебя и продам твою шубу, не переживай. Да ты можешь ее сейчас продать. Слушай, что? Ты вот сейчас яйцо разбил, ну, вот теперь ты точно королева. Яйцо на лицо! Убери! Понял, как да, было? Хорош копировать! Я скопировал, но я сейчас сделал два яйца тебе, понял? Хорош копировать! И твоя башка была вместо сковородки. У тебя больше не осталось яиц, значит, ты точно королева. Ты вот в натуре... Все, я даже не буду говорить дальше. Завтра просто увидим. Да, увидим. Фарид, ты можешь мне слово дать, что никто не налетит? Нет, все. Я тебе отвечаю, он уйдет отсюда спокойно. Все, четко будет. Все, ребят. Это я тебе дал, ты должен покушать. Все, покушай. Давайте закроем вопрос. Все, что ли, спокойно. Я считаю, что надо Рахе и Мураду бой сделать. Эй, мелочь, иди сядь там, присядь где-нибудь. Иди присядь там где-нибудь. Иди. Я королева, да? Фарид, что ты хочешь сказать? Фарид, завтра. Королева. Завтра. Вот тебе в натуре чипа. Тебе чипалах просто дай. Вот честно, тебя даже трогать не надо. Иди сюда. Все, ну подойди сюда. Завтра, все. Мы можем идти, все. Брат, ну да оставь, идите, конечно, идите отсюда. Сейчас будет обсуждение очень громкого боя. Боя, которого действительно многие люди ждут, особенно те, кто хотя бы чуть-чуть разбирается по ММА. Это Шоухал Чурчаев и Азизхан Чуршамбиев. Давайте всех поприветствуем. Давайте начнем с Азизхана. Азизхан, я думаю, сейчас вам этот бой интересен с Шоухалом. Медийно он вам интересен? Вот мой самый главный вопрос. Или только деньги? Нет, я думаю, тут и деньги, и медийность, и тот момент, что я тебе сказал, что у нас простой. Нам нужен бой на ближайшее время, на что ты мне ответил, что Шоухал на данный момент не готов из-за своих травм, да, каких-то. Когда это было? Это было где-то 2-3 недели назад. А, 2-3 недели. Нет.
не позавчера, когда говорил, но что вот на весовой месяц, категории. На этот месяц, октября. Нет, ближайший, не, нет, ноябрь, нет, на следующий. На следующий турнир. Ну, на что я... ты мне ответил, что данную весовую категорию он сделать не сможет. Вот. И попросили нас прийти на конференцию. Вот мы пришли, и давайте что-нибудь обсудим, придем к общему знаменателю. Давайте сначала поймем, насколько интересен вам друг другу этот бой. И, кстати, в комментариях узнаем, насколько он интересен зрителям. В общем, Медина, вам Шамхал тоже интересен. А как ты оценишь Азизхан его навыки? Давайте я лучше свое мнение скажу. Давай. Весовую категорию мы узнаете. Какая? 61. Ты же говорил за фарш 66. Вопрос был 61. С гонораром будете... Нет, я будете... изначально 61 сказал, ты посмеялся, сказал, что он этот вес но не сделал. Ну ты потом сделал. Сказал ну, да, хотя бы 66. Ну вот, давайте, говорю, нет, пообщаемся. Мы же не пообщались. Весовой мы узнаете, с гонораром будете договориться с Зафаром. Шавхала я бои смотрел, он зрелищный ударник. Думаю, это будет самый зрелищный бой в хайпе. Или в поп ММА. Не, невозможно, это точно. Я уверен в этом. Ну да, очень много людей ждет этого боя. Ну, ты имеешь сейчас говорить, что у тебя 61 весовой, который я так сильно не гоняюсь за этим боем. Раньше я хотел, сейчас понимаешь, 61 мне вес сделать очень тупо этот. Если это с вашей стороны, если вам интересно будет, и мне тоже интересно будет, можем прийти к нему. Мне чему-то. Без разницы, я могу в 70 драться, в 60, через ну, это моя сумма. Ну, тогда туда-сюда. Я с ним поговорю. Это мой брат решает весовая категория. А, это так бывает. Я готов с любым драться, но главное, чтобы он назвал. А он называет, соответственно, именно то, что у меня есть старший, я слушаю своего старшего брата. Я думаю, подожди, Шавхал, у тебя же старший брат есть? Да, это мой родной старший брат. Брат, если получается, ты ему сказал, он же соглашается на это. Ну, я по факту сейчас говорю, если ты сказал своему младшему брату, он согласится. Я скажу так. Как же у нас младший брат не может пойти против слова старшего? Я не вообще полностью поддерживаю, но я скажу так. Если мой брат хочет этого, то я его поддержу. Если он этого хочет, и он говорит, да, я хочу этого. Если он говорит, значит, он в себе уверен. А если он тут сидит, говорит мне так, и тут начинает, если думает, то, соответственно, я ему не позволю. Если он сказал, уверен, он говорит, я его до конца поддержу. Не ну, не будет такого. Он одно сказал, чтобы вы понимали, пацаны, просто одну вам вещь скажу. Этот пацан упертый. Вот если он что-то сказал, он по-любому до конца это сделает. И одни Всевышние и самые близкие наши знают, с каким положением он вообще вышел и вышел на бой с Мамиевым. Да, я слышал, все мы я были слышал. Против. Это чисто его упертость был, и он вышел, такую зрелище тут показал. Так что, если он хочет, он в этом упертый, плане вопросов не будет, поверь мне. Шамбе старший строгий, поэтому мы ничего не можем сделать. Ну, тогда есть, это есть уже другой разговор. Есть весовая категория, которую он сказал. Ты профессионал? А? Ты же профессионал? Я? Как ты предлагаешь согнать на 15 килограммов и подготовиться за один месяц? Человек, который за один месяц мы не провел торопим, два тяжелых боя. Мы вас не торопим. Мы сказали, мы сказали свои условия. Знаем. Сказали, если они согласны этого, то давайте подождем, без проблем. Кто сказал, что мы сейчас говорим, что он не готов через месяц выйти? Нет. Мы же не говорим этого. Мы сказали, если вы на данные условия согласны на весовой категории с вашей стороны, на гонорар с этой стороны, то мы выйдем. Вопросов нет. Все. Вперед. Я разложил. Бой убить. Бой убить. Просто, Зафар, если мы говорим о 61 килограмм, но это объективно. Не из-за того, что Шавхал не хочет. Будет, это, да, это невозможно. Смотри. Но, можно найти какой-то компромисс, какой-то смотри, немного другой. Вот. Твой какой вес в межсезоне? Брат, 69. Брат Шавхала сказал, реально? Ты же профессионал. Фраза была, ты же профессионал. Фраза от брата была, ты же профессионал. Ты же тоже профессионал. Но вот тогда мы не можем прийти к моменту, что на данный момент он весит 67, и драться он будет 66. А хотя... Учитывая тот факт, что он весит 76, как ты мне говорил в последний раз, да? 76, то есть он сгонит, за день наберет, и он будет весить в бою больше, чем он. Тогда тоже как просто, бы нечестно. Просто он весит 70, он 75. Я думаю, можно найти какой-то он не весит 70, он 67. Вот он 69 сейчас сказал, ну 70 почти. Ну вот, я последний раз в категории, я знаю, сколько он весит. Зафар, Асаб, у меня вот, да, вот, каждый раз у них, когда речь заходит с моим братом, каждый раз вот это как будто, знаешь, традиционно заходит вопрос, медийность, уже я наблюдаю это, уже в частности. Мы сейчас молчали вот, про медийность, да, брат. Вот к вам, пацаны, вот ничего у меня, на данный я момент уверен, очень солидно общаемся, но я одну не понимаю. Вот, все бои последние смотрю, по сравнению с ним, этих бойцов знать не знают. Как у вас получается так легко с этими вообще ноунеймами бои принимать, а вот с ним у вас медийность, вот как это так получается, мне очень интересно.
Почему? Мы же сейчас про медийность не говорили. Нет, были же разговоры. Вы сейчас начали с того, что он по типу более нам интересен стал. До этого мы говорили, что нужна ему медийность. Он эту медийность набрал. Все. Вопрос. Почему, если вы за медийность цепляетесь, почему нету медийных громких боев у вас последних? Вот, Азизхана, вот просто почему? Это очень чисто вопрос. Очень громкий бой вопрос. С Фарой. Я сейчас как, объясню, кто, почему. Фара кто такой в ПОП-МА? Я сейчас объясню. Сколько боев он провел в ПОП-МА? Вы, может быть, кто-то здесь не понимаете. Сколько боев Фара провел в ПОП-МА? Можно я вопрос скажу? Ответь, брат, ты меня будешь перебивать? Нет, я вопрос задаю, на вопрос можно ответь. Можно я скажу? Просто я, сколько боев провел Фара, скажи, вот и все. Я не следил за его бойцовской карьерой. Вот теперь я тебе скажу, он провел больше любительских боев, чем Фара. И в ПОП-МА тоже. Мы на рынке. А ты говоришь про медийность. Позиция данная, знаете, какая была? Смотрите, я сижу, вижу Фары до, Фару до этого, смотрю, парень много разговаривает, говорит громкими словами, бросается. Я говорю, это вот моя мысль как менеджера, профессионала, да? Я говорю, ага, значит, мы сейчас возьмем этого бойца, примем его. Азизхан в итоге будет на этой стороне лучше как бы выглядеть, потому что Фара будет разговаривать, Азизхан скажет, в итоге он достойный. В итоге так и получилось. Вот. Фара разговаривал. Итог один. Итог, вот. Ты увидел выгоду для конечно. Себя. Конечно. Так смотри, послушайте, независимо я менеджер. От того, я, независимо у меня работа от того, такая. Медийный он или не медийный, у меня ты такая подумал, работа. Он много будет разговаривать, а мы его накажем. Это красиво будет на нашем фоне. У меня такая работа, чтобы вот эти вот ребята зарабатывали больше денег. И как я вижу, у них это получается. И ребята зарабатывают деньги, не кричат о них в сторисах. Те, кто зарабатывает... Не, я как понял, пришли только зарабатывать, а не драться сюда, да? Так это я бизнес. Понял. Ну, это бизнес, ну, понятно, для дело, меня когда... это личный бизнес. Дело, когда я доходит менеджер. До... Я можно тебе делаю один вопрос, свою работу друг? Идеально. Если у вас какие-то претензии по моей работе, что я ищу выгоду, извините меня, это еще всем скажу, да, я ищу выгоду здесь. Мне больше ничего это, не нужно. Это логично, другого варианта и нету тут. У меня вопрос один. Ну, да. Здесь, знаешь, вы очень красиво варианта. Разговариваете. Здесь все за выгодой. Как бы кто ни любой кричал. Человек, как любой, бы кто ни кричал любой. Здесь, что он пришел здесь за честь, достоинство, т.д. Пацаны, есть профессиональные ММА, может там за честь, достоинство драться. Но здесь все пришли за выгодой, за тщеславием, потому что каждый здесь тщеславен. За хайпом и т.д. Так что давайте в любом виде спорта, снимаем все маски где и говорим, бабки. Что мы здесь... Только из-за хайпа. И на конференции мы приходим именно болтать, потому что теперь это, давай, это хорошо, для этого и делается. Ты скажи, смотри, я тебе скажу. В профессиональных лигах, в ПОП-ММА, разницы нету. Любой боец туда стремится для того, чтобы заработать деньги, имя себе, чтобы как-то более комфортно. Очевидные вещи, чего да. ему это стоит? Давай, ни ты, ни я, которые сидят за них, разговаривают, мы не делаем то, что делают они. Полностью только согласен. Они пашут, полностью гоняют, бьются, да? Нам более проще разговаривать, да? Да? Но делают они. Именно... Поэтому и как они это делают? Через что они приходят, чтобы получить более лучшую жизнь? Ребят, конечно. Извините, но мне кажется, эта конференция не Шоугала и Азизхана. Битва менеджеров стала, да? Потому что я уже сейчас, кстати, я сейчас смотрю со стороны, это неинтересно. Я бы послушал бы Азизхана и Шоугала. Что вы думаете по поводу друг просто друга? Просто Зафар начал, я его поддержал. Кажется, вот и все. Это, я вообще молчал. Я вижу лица, да, людей, всем скучно, все хотят спать. Скажи, ты же видел последний бой Алавсета Мамиева, да? Да. Как тебе бой? Скажи честно, кто сделал этот бой? И... Бой мне немножко не понравился. Кто? Вот эти клинчи, эти моменты. Я как ударник, я ценю всегда рубку, зрелище в стойке. Здесь тоже самое. Я думаю, это Шовхал, правда? Да, да. Он да. показал. Поэтому мне бой с ним интересен. Мне бой интересен бой с ударниками, чем с борцами. Не то, что я не умею там бороться, но там скучно реально. Что я хотел сказать? Зафар говорит, что маски тогда у нас никогда не было маски, если мы хотим прям лицо говорим. Просто я особо не умею так по-русскому, я боюсь, чтобы я там не так я скажу. Понимаю, мне я поэтому с тобой тоже не говорю, смотрят, говорю я с твоим очень братом. Я молчу здесь, когда захожу. Я иногда в интернете что-то говорю, кто-то говорит там с лицо. Я, если человеку надо будет лицо что-то сказать, я могу его во двор поехать, прямо его во двор встать, ему прям лицо сказать, один как палец. Фамиль мне рассказывал. Я знаю себя прекрасно. И я не пришел сюда, честно сказать, вот этот медийность и так далее. В последнее время чуть сложно двигаться.
И мне не, я пришел сюда, честно сказать, то же самое зарабатывать, выступать. Ну, вот. Я люблю это дело. Я об этом говорю. Но когда доходит такой момент, и там не только ему и мне это интересен, этот бой, правильно же? Иногда я читаю этот комментарий, смотрю, очень много людей. Всем это интересно. Публика, народам интересно. Есть такое возможно, я 61, вряд ли я буду 66, я подумаю еще. Еще я не гоняюсь за этим боем сейчас. Я еще год назад говорил на нашем деле, который даст ему поражение здесь стоять. В то время было мне интересно, знаешь, почему? Я первый раз на дебют поехал, у меня на нашем деле, у меня две пальцы сломаны были на ноге. И мне все говорили, и не надо. И еще у меня такой температура. Вообще не надо было мне туда ехать, по сути, взять. И билет взял, прилетел, подрался, выступил. Выиграл, прошел отбор, ну, риск дает свое, вот так, и я там сижу, ты выступал, не помню, с кем ты дрался, ты говорил, если кто-то здесь неподобающим ведет я себя. Угомонул любого, я угомонул. Да. Я в то время сидел у врача, две пальцы сломал, я смотрел тебя, вот этот момент, после этого, мне этот момент не понравился, потому что я там выступал, меня никто не может угомонить, я веду себя как хочу, где в любое время. Из-за этого и момент это не понравилось. Вот это следующая пресс-конференция, вот так ты сказал. Твой старший брат говорил, сейчас недавно, там часто я про вас говорил. Нет, не было. Единственный один момент было, который я этот сказал. Вот сейчас этот бой, честно сказать, очень-очень много людей интересен. Если вы говорите 61, этого боя не будет точно, я уверен. 68 максимум. 68, да. Может, 66 тоже может быть, если гонорар с этой стороны устраивать, да. Мне то же самое. Я считаю, что шоу-холл, как и вам, как вы говорите, профессионал, да, шоу-холл тоже должен профессионал к этому относиться. Если раньше, то был молодой, там, да, думал, со всеми любимыми подерусь, то сейчас ему нужно более серьезно относиться, поехать домой готовиться, а не так, знаешь... Так, Ляб, я знаю, что ты не готовишься, серьезно, да, не готовился. Да, сейчас бою. Поэтому вот этот бой с Азизханом, я считаю, что для тебя это очень важный бой, как и для Азизхана, что нужно вам серьезно подготовиться. Нет, для меня обычный бой, я ко всем боям отношусь. Нет, тот же самый. Ну, тот же самый, ну, имеется в виду, в плане медика, где такого боя не было. Я не оценивал свой соперник. Да, Амирхан Оев, да, хороший вариант был. Но, мне кажется, он набрал на Fight Night, учитывая, что это была прямая трансляция, а на данном этапе 1 300 000 400 000. Но это маленькие цифры, 1 300 000. Да, мне кажется, если грамотно все сделать, грамотно раскрутить, ваше противостояние будет намного интереснее, чем нежели с Амирханом Оевым. Однозначно. Шохал, я просто поинтересоваться, считаешь ли ты Азизхана самым своим опасным соперником, который у тебя был в ПОП ММА? Нет. Не считаешь самым опасным? Еще есть здесь хорошие соперники. Я а кто был опаснее что он, всех? Он, что... Не, из твоих, с кем ты дрался. Считаешь ли ты самым опасным Азизхана? Нет. А кто сильнее, как думаешь, Алоусет или либо Азисан? Не, пока что я, ну, не буду сейчас говорить, что они такие, не такие соперники, конечно, они тоже люди тренируются. Особо такого сильного соперника еще не встретил. Как ты считаешь, кто фаворит в данном бою? Вот честно, объективно, 60 на 40, Шавхал, даже 65. И еще я знаю, почему Азисхан не хочет бороться, тоже, ну, с борцами выходить, потому что когда он уснул на Fight Night, тогда он понял, что с борцами не надо выходить, как бы. Это поэтому он думал, что это скучно. Он, кстати, вот. Проснулся, если Проснулся, да, потом? Да, проснулся. Ну, он проснулся и потом понял. Да, короче, он сам это сказал, что все, он проснулся. Все, отлично, хорошо. Как смотри, бы мы к самоиронии хорошо относимся. Хороший будет, да, стойкий, да. Но зачем про Fight Night сейчас было здесь? Ты с борцом выходил, поэтому я тебе говорю, ты не, с борцом. Не, он грэпплер. Ты сказал за мой бой, понимаешь, я тебя хотел оставить, ты сказал за мой бой. Я бы тебя тоже переехал, даже не почувствовал бы. Он даже мне больше проблем составил, чем ты, запомни. Да. Ты от меня не будешь бегать никак. Угу. Ну, я имею в виду во время ринга, да? Хорошо, мы с ним, да. Мы с вами поговорили. Угу. Просто в спортивном плане лучше не рискуй, сиди там, ты мне не интересен. Хорошо, все. Можно я сейчас про меня, когда мне говорят, про меня не говори. Хорошо. Можно мы продолжим? Что ты хотел сказать? Ничего не хотел сказать, что ты на меня газуешь. Да. Не, я не газую, брат. Насчет Fight Night, можно насчет я скажу этого хороший бой будет. Подготовка у меня там, все. Я не скажу на публику, через чего мне пришлось идти, потому что мы называем себя профессионалами. Нам, то есть, нельзя говорить, что у меня это прошел плохо, у меня травма, то все, это все отмазки. Насчет того, что я уснул, да, я уснул, мне западло было стучать. Мое мужество мне не позволяет вот стучать именно в октагоне. Если мне сделают болевой, мне сломают руку. Если удушающий, я усну. Я если стучать не буду. Если ты постучишь, это не трусость.
это профессионализм, брат. Ты себя, ты о себе заботишься, это спорт, все стучат. Ну да, кстати, ты можешь руку сломать, и потом ты можешь драться. Могу не драться, я не буду. Не, если тебе пятку будет крутить, тебе травму... Вот скрутка пятки, это жестко. У каждого свои принципы. Я не буду стучать, даже если пятку мне скрутят, если шею. Через некоторое время ты свое мнение поменяешь. Так скажу. И сейчас чуть по-другому думаешь. Ну, сейчас я говорю так, через некоторое время... Чуть повзрослеешь, ты поймешь. Хорошо, но на спаррингах же ты нормально относишься к нам? Ну, конечно, спарринги, это спарринги. Вот есть такие, кто один вопрос тебе. Сейчас я не люблю это болтовать, честно сказать. Уронять я люблю, как я говорил. Вот прямо сейчас у меня другие планы. У меня другие планы, у тебя тоже планы. У каждого свои планы. Такое время, что бой будет или не будет. Сейчас мне, честно, время уходит. Я медленно набираю, я поднимаю со своей ступеньки аккуратно. И может, мне неинтересно будет этот бой. Вот до этого года какое-то время... Точно это бой будет или нет, от ваш ответ хотел услышать. Ну, вы всегда говорите, подумай и так далее. Ну, ты туда, себе этот вопрос задавай, ты весь делаешь или нет? Там, а? Весь делаешь или нет? 61? 61. 61, ты сам знаешь, что мне это очень... Я не гоняюсь за этим боем так сильно, если вы говорите 61. Сам знаешь, это много людям интересно. Мне кажется, если Шоугл будет 261 килограмм, кроме носа ничего не останется. Когда я в 57 гонял, у меня то же самое было. Будет круто, если вы договоритесь по поводу своей категории. И мне кажется, 61 килограмм, даже смысла про это говорить нету, потому что, мне кажется, он не сделает. Если даже сделает, он будет полумертвый. Надо говорить более про реальные цифры. Не, знаете, полумертвый он не будет. Момента. У него дядя хорошо восстанавливает. Я мне подтверждаю. Мне кажется, он тогда переборщил, когда сказал, что 61. И он в прошлой конференции сказал, что он сгонит. А, это же не твой дядя. На файт-найт. Очень хорошо отношусь. Он 61 сделает, по сути. Да, я могу просто сделать. Просто смысла не видишь, 61 себя убивать. Давай тогда сделаем. Отметь меня, не забуду. На карту перекинул. А ты же говорил, что подарки. А, я думал, пакеты новые будут. Могу их отправить. Зачем? 50 тысяч на карту. Техничная реклама. 50 тысяч на карту. Все. Альфредо, от души тебя за подгон очень хороший, качественный, худя. Отличная актерская игра, Шохал. Yeah. Да, ребят, это мой бренд одежды, я его только что запустил, с аниме-символикой, Наруто, Блич, One Piece и так далее. Заказать вы можете на сайте hisoka.ru, внизу есть. Самое лучшее качество, очень много туда вложил денег, усилий, стараний. У меня там большая команда, ребята из Японии, из Колумбии и так что далее. Что ты мой снимал, мой бренд снимал? Я сейчас свой просто рекламирую. Это уборщики, да? Мой тоже. Да, мы улицы убираем. Мы же гастарбайтеры. Да, ребят, короче, прошу всех, кому нравится аниме, заказ эти худи, там худи, футболки и так далее. Сайт внизу hisoka.ru. С кайфом заказывайте, доставка куда угодно. Обещаю, что будет лучшее качество. Ты летал когда-нибудь? А? В октагоне хочешь полететь? На моей авиакомпании, а? 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 Да. Да. Ну чё? Чё? Хочешь? Чё? Давай, да? Давай полетим. Давай, октагон ещё сделаешь. Чё ты ответишь? Ответишь за слово? Ты готов ответить за слово? Ты готов ответить за слово? Шесть секунд ответ. А что случилось в итоге? Короче. Что в итоге? Готов? Готов? Любое время. Хоть сейчас. Давай, давай. Хоть сейчас. Ты готов? Ты готов? Я готов. Если бы не готов был, зачем бы я... Организация готова. Какой вес? Один из самых готовых бойцов. Любой вес. Давай. Давай. Я сейчас 78. Я 75, я без проблем. 3 килограмма, думаю, для тебя не проблема. Вообще не проблема. Давай. Что организация говорит? А какие правила? ММА. Любые, давай, ММА, полностью. ММА. А ММА готов? Готов. Полностью. Давай. Как давай. ММА? Давай, по ММА. Три по пять, три по пять. А, ММА. Хоть три по десять. Ребята, вот отсюда уйдите, вы камеры все, закрываете. Все, нормально, охрана. Любые условия, любые раунды. Давай, давай, пускай быстро. Три по три нормально. Нет, три по три, три по три. Три по три. Все. А смотри, а кто-то вообще?
Меня Бунят зовут. А ты откуда взялся? Я из Азербайджана. А что сразу на меня газанулся? Да ты там на Инстаграме там себя ведешь, там так, как будто ты такой супер боец, там туда-сюда. Он и есть супер боец. Да, увидим. Я за свои слова в отличие. Увидим, а ты кто вообще? Увидим. Меня Бунят зовут. Бунят. Ты доволен, если он удовлетворит тебя полетами хорошими? Это я ему предложил. На моей авиакомпании будешь лететь. Что вала? Ой, покажет. В любое время готов. Давайте сделаем фейс-ту-фейс. Это без лишнего. Готов? Мне было бы готово, не вышло. Полетите сюда. Все, ребят. Спасибо всем. А сейчас у нас очень интересное противостояние двух стилей – дзюдо и вольная борьба. Ибрагим Ильясов, трехкратный чемпион Европы по вольной борьбе, и Аслан Ашрафов, призер Кубка Европы по дзюдо. Давайте их поприветствуем. Ибрагим, многие, наверное, видели видео твое с Петром Яном, где, вы, кажется, ты должен был у него бал, да, взять, что-то такое. Это ты, да? Это были твои какие-то сборы с Петром Яном, тренировки или как? Петя к нам часто приезжает в Хасавюрт, и как-то мы попались вместе на сбор с ним. Он приехал, я приехал, я сам с Калининграда, и мы там встретились. После на зарядке просто так получилось, что мы так с ним хорошо общались. Это же было на улице, да? Да, это просто было на улице. А, да, все. С ним поспорить, такой чисто спортивный интерес за 15 минут, секунд, то есть ты возьмешь ногу, да, нет, и так. Ну, это видео нормально, хайпануло, да. Набрало свои. А ты дагестанец или чеченец? Чеченец. А. Ты как борец, в любом случае, ты спарринговался, боролся, да? На каком уровне борьба у очень Петра? Хорошая. Очень хорошая. Очень хорошая. Он же стерлингом показал это. Ну да, хотя стерлинг борец. Хотя стерлинг борец, да. Грэпплер борец. А у Пети хорошая борьба, реально. Не потому, что там мы с ним знакомы, он очень хорошо борется. И он, у него такой характер, что если даже вот я борец базовый, он всегда пытался у меня, вот у него не было, ты борец, ты у меня должен, нет, у него не было такого, он, вот, ты борец, хотя, ну, я все равно должен выиграть, вот. А почему ты, ну, три раза чемпионат Европы, да, там, юноши, юниоры и так далее, но это нереальный результат, почему ты сейчас все-таки перешел в ММА, в поп-ММА? Ну, я 20 лет в вольной борьбе отдал, я думаю, как-то это, наверное, ну, в последнее время вот ММА сильно развивается, и я уже... Ты хочешь перейти, да? Да, я уже перешел. А сколько тебе лет? 26. 26, да. И сколько ты тренируешь сейчас по ММА? Год. Ну, года нету полного такого, но полгода как уже. Ну, один бой провел я в ММА уже. А, Аслан, а ты тоже из дзюдо, правильно? Да, перешел? Из дзюдо перешел в ММА. Когда уже примерно? Полгода. Примерно, да. Вы одинаковые? Да, одинаковые. Полгода, год. А, так, ну, ты призер Кубка Европы и так далее. То есть, ну, ты мастер спорта, да, по дзюдо? Мастер спорта по дзюдо, да. Я хотел улететь уже за Турцию бороться. И так из-за коронавируса получилось, что я остался здесь. И у меня еще потом травма, мениск порвал, и потом перешел в ММА. Я просто сам дзюдоист, и у нас всегда были споры, кто сильнее, дзюдоисты или вольники. И вот сейчас мы, да, это будет на самом деле интересное противостояние. Я думаю, скорее всего, больше в борьбе будет проходить, наверное, этот бой. А ты готовился по ММА здесь, в Москве? Да, в Evil Gym. Ну, ты уже Evil Gym, ну, где Мари, впервые, остальные. А ты уже освоился, да, вообще в ММА? Ну, да, уже, освоился. А ты с какого города? Снальчика, да? Да. На самом деле, крутое противостояние, и тяжело угадать победителей. Один, и одного дофига регалий вольного, другого в дзюдо. Я думаю, будет крутой бой. Ибрагим, тебе 26, а сколько тебе? 25. 25. Ты в вольной борьбе, а ты в дзюдо добились очень хороших высот. И смотря эту картину по ММА,
Вообще, а как вы к этому относитесь? Ведь, согласитесь, вы больше пота пролили, нежели чем многие крутые поповые бойцы. Как вы считаете, это достойны они этого или нет? Ну, здесь сейчас, так серьезно, если будем говорить правду, сейчас, чтобы даже в ММА вот, драться, тебе нужна большая аудитория. Ты интересен, если... А вот здесь ты можешь аудиторию собрать большую, знаешь, вот... Я думаю, это нормально. Ну, смотри, Ибрагим, у тебя, наверное, большое окружение серьезных ребят, которые мыслят, наверное, по-серьезному. Не говорили тебе, слушай, Ибрагим, ты в борьбе достиг хороших высот, как и ты, да, в дзюдо. Не говорили вам, зачем это по ММА? Может, не нужно туда, потому что это грязь и клоунада. Не было такого? Может, хотели, говоришь, но мне не говорили. Не говорили, а тебе может, было хотели. Такое? Было такое, да, что, типа, там, как Дон 2, Дон 2 говорят. Да, да, типа Дон 2. Один там ругается, потом идут, руки жмут, ну... Ну, я с ними не ругаюсь, но у нас чисто спортивный интерес. И... Я думаю, тот случай, когда вот конфликт не нужен, просто реально интерес выиграть. Именно думаю, такие на противостояния, бою которые спорят самые интересные нужен. Зрелищные бои. Все спорят, и в UFC все спорят, дзюдо сильнее или вольно сильнее, что красивее. Кто больше занимается, вольно больше занимается или дзюдо больше занимается. Сейчас абсолютно согласен. Все спорят, в комментариях пишите тоже. Да, абсолютно согласен. Вот, но в UFC больше вольников, нежели дзюдоистов. Дзюдоист, по-моему, там Камару Усман. И да и все, по-моему. Вот это, конечно, жаль. Ну, да. Но надо не забывать то, что там есть Хабиб Нурмагомедов, который боевой самбист. Ну, самбисты тоже сидят из-за этого. Если что, я являюсь мастером спорта международного класса по самбо. В тяжелом весе, кто хочет со мной выйти, я всегда рад. Какой вес? У меня 108 килограмм. Можно обсудить. Слушай, этот там момент. Там был пацан, который предлагал нам Касымбай. У них тоже пацан 100 чем-то весит. А, тоже борец. Да, если сравнивать мастер спорта, ты, да? Мастер спорта международного класса. Мастер спорта международного класса, а тот пацан чисто уличный. Но он никому не проигрывал. Интересно было бы такое противостояние. Вот будет улица против любителя. А как ты сам считаешь, борьба эффективнее в ММА, нежели чем дзюдо, самбо? Дзюдо больше, наверное, в партере эффективнее. Не, смотри, дзюдо очень эффективно в клинче. Зацепы, клинче, да, вот да. Эти зашагивания в дзюдо, это очень эффективно. Многие этим не пользуются, даже профессиональные бойцы. Ну и в партере и себя как рыба чувствуешь. На самом деле. Да. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Вот разрешите, вот в лице Асаб, тебя, Альфреда, а также всю вашу организационную команду, да, всех степеней, которые вы принимали в этом участии, поблагодарить за обеспечение данным условию бойцов и в целом за вашу организацию. В целом, вот мы здесь не хотим вот разбрасываться, да, громкими словами, тем более напротив наши братья тоже с Кавказа, да, и несмотря на то, что они с Кавказа, в целом мы россияне, да, для нас дружба народов, это очень важно. Поэтому мы, так как здесь первопроходцы, наш первый боец здесь дерется, мы покажем, да, делом, а в дальнейшем мы тоже можем какое-то шоу преподнести, но соблюдая, да, вот все как бы наши правила, которые мы в первую очередь, да, чьи-то сыновья, также чьи-то родители, и нас по ту сторону телевизора тоже смотрят люди, и мы себе этого не можем позволить. Даже вот мне понравилось в этом парне, да, когда я вот к нему подошел, вот изначально сказал, вот думаю, нам трэш-ток не нужен, вот его, да, воспитание, как он ответил мне, да, это нам не подобает, учитывая, что братские республики. Поэтому также и зрители хочется поблагодарить всех, которые там наблюдают, болейте за этих спортсменов. Реально, как отметили организаторы, они выходцы из таких сильных видов спорта, так скажем, олимпийских. В последующем, дай Всевышний вам тоже, ребята, удачи. А завтра пусть победит сильнейший, соблюдая дружбу народов. Давайте сделаем сердаун. Дзюдо против вольной борьбы. Сейчас мы хотели бы обсудить бой, который, к сожалению, не состоялся. Это Ахмед Крикадельбиев и Костя, боец, который уже дрался у нас, выиграл один бой. И, кстати, бывший участник «Дома-2». Кость, ты готовился, да, к этому бою? Сколько примерно времени? Всем привет. Ну, как закончили соревнования, турнир предыдущий, сразу приступил к подготовке. Но я хотел бы поговорить в присутствии Ахмеда, если возможно. Давай мы наберем, чтобы это не было как-то за глаза какие-то. Слушай, разговоры. У меня вот такой вопрос. Тебе изначально на битве за хайп предлагали с Хизером подраться? Самый первый бой битвы на хайп мне предлагали подраться с твоим другом Хизером. Слушай, а если тебе сейчас предложили бы, согласился бы ты? Я подумаю. Я тогда начал сомневаться только
только потому, что там был ММА. У меня есть переписка с Амираном, где он мне предлагает подраться в ММА, я ему на это говорю, давай в стойке подеремся. Давай сделаем это в стойке. Он, нет, никак, только ММА проект. Я говорю, я в стойке, сюда вообще легко, давай. Смотри, если ты с Ахмедом должен был драться в стойке? Да. Ахмеда у меня есть хорошие шансы, если дядя Маратика не будет судить. А как ты считаешь, что Хизир сильнее, да, чем Ахмед? Честно, не буду... Не могу сейчас сказать. Я по поводу того, что я видел, как Хизир, да, проиграл последний бой. Как он не последний, да, проиграл. Последний? Не последний. Кому он там? Ну, Эдуарду Германскому, да. Да. Я после этого написал, опять же, есть переписка, что я написал Амирангу, давай я выйду с Германским. Ну, Хизир вообще другой сейчас. С Германским. Вот ты мне, вот поэтому я не буду с ним драться. Сейчас я наберу Ахмеду Крику, чтобы мы вместе обсудили вообще этот бой. Ахмед, ассаламу алейкум. Мы решили набрать тебя по видеозвонку. Я знаю, что ты сейчас в Чечне, чтобы как-то обсудить вообще бой, его несостояние и когда он возможно состоится. Ахмед, вот Костя рядом. Скажи, почему этот бой не состоялся? Я сломал нос, из-за этого отек все лицо. Увидите, губу, температура. Ты сам знаешь, до последнего я тянул, пытался. Я тебе говорил, просто хотя бы температуру сбить, и я выйду на поединок, несмотря на нос, на это лицо. Я был готов. Но я сейчас вижу то, что Костя закидывает меня в сторис, то, что я там испугался, не пришел туда-сюда. Костя, если ты хочешь спортивное состязание, то я минимум должен быть здоровым, чтобы выйти на поединок. Если у тебя есть личное, я хоть без ноги, без руки приеду к тебе. Смотри, Ахмед, ты на протяжении, да, нашей договоренности обои постоянно выкладываешь сторис о том, что ты болеешь, там, через день ты там, у тебя друзья появляются в ваших больницах. А ты знаешь, ты меньше смотри мои сторис и занимайся спортом. Ты много не занимался. Я за тобой наблюдаю, бега, я наблюдаю за тобой. Смотри мои сторис и занимайся. Ну, я тебя спрашиваю вопрос, у тебя со здоровьем что-то случилось? Может быть, тебе вообще это не нужно, все, оставь это. И лечи, да, подлечи. У меня со здоровьем. Нет, посмотри, ты помимо этого всего, ты подставляешь публику, подставляешь своих друзей, близких в организацию, подставляешь своих противников. Я тебя договорю, я же тебя слушаю. Смотри, если ты слишком будешь болтать, я сейчас сделаю так, чтобы ты оттуда нормально не ушел. Смотри, ты не перегибай, ты меня будешь отчитывать, что ли? Нет, я ты не отчитываю, я говорю мнение просто, послушай. Я с организаторами общался. Организаторы знают, почему тебе я не нужно, пошел туда. Да, тебе нужно было всего лишь одеть шлем, обмундирование и пойти на спарринг, потому что ты знаешь, что через 2 дня у тебя бой происходит. Все, что нужно было сделать, одеть шлем, Ахмед, ты же знаешь, ты же спортсмен. Знаешь, что подойти к бою, никто не застрахован, чтобы он не получит травму. Дело в элементарных вещах, одеть шлем, обмундирование. Ты идешь на спарринг, у тебя бой через неделю. Зачем ты идешь рубиться в спарринг полную силу без обмундирования? Для чего? Ты подставляешь людей. Будь более серьезный, ты профессионал, как мне казалось. Вот и все. Поэтому мне с тобой интересно было. Окей. Сделаем так, как ты говоришь. Я подставил всех, я не профессионал. Дальше что хочешь? Ничего, просто послушай и все, тогда дальше. Иди оттуда. Как еще раз? Иди оттуда. Или ты будешь ждать меня, или иди оттуда. Положи микрофон и уходи оттуда. Ты меня будешь отчитывать, что ли? Я тебе говорю наше мнение, свое мнение, людей мнение вокруг, что ты не уважаешь вокруг себя никого. Вокруг? Чей мнение еще? Чей это еще мнение? Открой вокруг. Любые покажи комментарии под любым боем и посмотри самые залайканные сообщения. У кого, у кого еще такое же мнение, что я подставил организацию? Ты говоришь, у людей вокруг. Ну спроси у ребят, что вокруг. Только что мы сидели, обсуждали. Да, это был бы интересное противостояние. Это был хороший бой. Был бы. Да, базар. Это и говорит о том, что... Но он уже может состояться, иншаллах. Я тебя дождусь здесь. Когда вы видите возможным сделать этот бой? Если спортивное состязание, как я буду готов. Но я, иншаллах, надеюсь, что на следующий турнир я буду готов. Середина ноября. Вообще без проблем. А, Костя, у меня еще один вопрос. Слушайте. Помнишь, когда тебе предложили бой по ММА, ты сказал, мало времени. Сейчас-то, я думаю, у тебя времени достаточно. У меня уже времени достаточно, чтобы с тобой на равных попробовать, во всяком случае, свои силы с тобой.
Я говорю еще раз, если не будет судейские решения, да, как у дяди Морятика, если не пригласят, то мы с тобой, думаю, нормальный бой покажем, где честно вынесут вердикт. Я уверен в себе, в этом противостоянии на руках, но я думаю, тебе не будет легко со мной. Не, если бой будет рано, мы сразу победу даем Ахмеду, это по-любому. Я понял. Да, я отвечаю. В этой организации такая схема рабочая, я понял. Ахмед. По старой схеме. Я считаю, что таких бойцов, как Ахмед, нужно оштрафовывать. Если хочешь, чтобы еще раз. Таких бойцов, которые относятся так к организациям, нужно оштрафовывать либо гонораром там половину, либо какими-то санкциями, мерами нужно их дисциплинировать, чтобы были более дисциплинированные бойцы. Я, знаете, что я считаю, что Ахмеда нужно лишить клички Крик. Ну, потому что он не кричит до конца, как надо. Ахмед, а я не делаю до конца. Делаем бой, да, на середину ноября. Костя готов, руки в перчатках ММА, 3 раунда по 2 минуты, правильно? Вперед, газ! И давай, как свое победное. Шуму не будет. Ты что, думал? Дом 2, чтобы твои желания выполнялись. Я имею. Ну что? Все, Ахмед, давай, ассаламу алейкум, на связи. Алейкум салам. Наш генеральный партнер криптовалютная биржа BitStoxx по окончании финала Гран-при дарит не только самому зрелищному бойцу чек на 1 миллион рублей, но и возможность участия в конкурсе на 500 тысяч рублей. Переходи в Telegram по ссылке в описании, выбирай бойца, который, по твоему мнению, выиграет Гран-при. После результата финала случайным образом будут разыграны 500 тысяч рублей среди 5 человек, кто верно угадал победителя Гран-при. И не забудь подписаться на их официальный Telegram-канал, где будут озвучены результаты конкурсов. Регистрируйся на криптовалютной бирже BitStoxx и получи 2000 рублей бесплатно на халяву при регистрации по промокоду HYPE, который сразу же можешь инвестировать и зарабатывать еще больше. У этого боя есть небольшая предыстория. Он появился на предыдущей конференции. Один из бойцов, друг Эмиля Наврузова, зовут его Джабраил Елеков, вот. А второй, друг Шовхала Чурчаева, зовут его Ильяс Якубов. Есть на руках готов человек. Давай бой сделаем. Давайте их поприветствуем. Да. И хотелось бы отметить, что оба профессиональные бойцы. Джабраил, давай начнем с тебя. Вообще, первый раз узнал тебя вот от Ахмеда и Эмиля. Тебя зарекомендовали как очень сильного боксера. У тебя, по-моему, и регалии, да, хорошие? Ты мастер спорта? Да. Вот. И мне вообще сказали, что если ты залетишь в поп-мэйт, то ты тут будешь одним из самых сильных на руках. Что расскажешь про свой вообще путь, достижения и так далее? С того, что это спасатель Коваленко. Он спас из его рук Коваленко. Он же хотел с Коваленко подраться, и он вместо него вышел. Вот. Так что Коваленко, спасибо скажешь ему потом, короче, там. Интервью можешь взять у него. Джабраил, ты мастер спорта, правильно? Да. Какие вообще регалии, чемпионат, что-то? Первенство Европы до 22 лет. Первенство Европы выигрывал? Бронзовый призер. Призер кадыровского турнира. Международного турнира бронзовый тоже. Это самое важное. В Чечне, да, Грозно. Чемпион Азербайджана. Республики Азербайджан, первый номер, да. Первый номер Азербайджан, а ты по на международника не целился? Нет, не целился. Вы знаете, одного не понимаю. Есть вот такие достижения в плане бокса. Не вариант там так по боксу идти, там вроде гонорары хорошие. Почему? С чем это связано? Ну, видишь как, неблагодарный вид спорта. Если ты где-то что-то остановишь, или все, или ничего. Или ты будешь наверху, и все будут тебе платить, и у тебя будет много денег. Если ты средний боксер, не самого высшего уровня, так скажем, то ты так особо... В боксе просто, если толчка нету, ну, очень сложно чего-то добиться. Ну, это тоже, короче. Какой бы ты хорошим боксером, каким бы ты ни был, все равно нужен какой-то толчок. Асхаб, есть такая тема профессиональная, да? Профессиональная, я скажу так, некоторые профессионалы раньше смеялись над ПППММА, а сейчас мне хотят, чтобы я как-то договорился. Это есть, да, такая тема. Эта платформа очень сильная. Благодаря... Подтверждаю. Да, ПППММА... Сейчас Fight Night звонит, как бы, да, и Шавхалу, и мне, по-моему, предлагали даже бой там. Но только благодаря ПППММА у нас много чего есть. И, кстати, нас деньгами здесь тоже не огорчают. Еще хотел сказать, хайп, вам спасибо.
Я даже удивился, какие мечтики вы можете делать, короче. Я когда к нему бой готовился, да, ну, там, тренировки оплатить, там, то вот эти моменты, короче. Очень... Тебе тренировки оплатили? Нет, не оплатили. Могли оплатить, просто я потом понял, что это можно было сделать. И секундант, то. Очень хорошее отношение у вас, я скажу вам так. Ничем не хуже, чем у профессионалов, например. Да, и Шоугал был еще недоволен недавно, что, не буду называть название этой организации, его друг дрался с организацией, ему там даже гостиницу не сняли. И был недоволен, да? Неужели в организации не сняли гостиницу, не оплатили там? Там, знаешь, когда ты едешь куда-то выступать, драться, тебя должны оплачивать на дорогу или так далее, если организация уже, если серьезная. А если не снимают тебе, где жить и не оплачивать на дорогу, это называется уже. Илья, расскажи про себя, про свои какие-то достижения в спорте. Профессиональный боец, сам тоже давно выступаю, поэтому я тоже выступал на различных видах спорта, как бы давно выступаю. Регали тоже есть, мастер спорта по боевому самбо я. И по профи у меня 1-4 рекорд. Как бы выигрывал там разные турниры там по боевому самбо, по грэпплингу, там, по кае, короче, везде, можно сказать, выступал. Или сколько ты гонял вес? Вчера у меня 5 килограмм, да, у меня больше было? Больше 7 килограмм. Ну, за ночь. В совокупности больше 7 килограмм. Где-то около. Ну, вчера, да, вчера. Ильяс, а вот ты принял вызов, учитывая, что твой соперник, это его стихия, он там призер Европы даже по юношам, а ты все-таки ММАшник, боксер. По юниорам. А? Юноши это совсем до 22 лет. Юниоры, да, да. Это по юниорам, ну, еще лучше. Ты все-таки более базовый, ну, боец ММА. Вот, что тебя заставило принять вызов? Ты и так уверен в своей победе, там, гонорар, хайп, чего больше хочешь? Нет, я сюда пришел, как бы я не ищу себе слабых соперников. Я тут многим вызов кидал. Уже, честно сказать, уже устал я вызов бросать каждому, короче. И я согласился с ним, я знаю, он хороший боксер сам, он дрался с очень серьезными боксерами, я его бои смотрел, как бы. Ну, я тоже по ММА выступал, у меня очень достаточно опыта по ММА тоже. И еще, если смотреть там, да, именно большими перчатками и маленькими перчатками, там, поверь, разница бывает. Огромная разница. Я знаю, как я работал с боксерами, в парах стоял я. Именно с маленькими перчатками это совсем другое. Это даже, можно сказать, немножко другой вид спорта. И тем более у нас там, как у нас по договору, там и локти можно бить. Давайте напомним зрителям, у нас три... Ну, скажи, Шамиль. У нас, получается, мы с добрым человеком, вот Ахмедом, все это обговорили, решили, то есть у них есть локти, бэкфисти, ну и руки. А насчет веса что скажешь? То, что вес мы обговорили и вес да, мы сделали. Да, вес мы обговорили, мы и... это поговорили. Ну, и я вот так, мне скажи, я вы... Я не присутствовал, там мы это решили. Но если о чем-то можно было говорить, то это надо было еще с утра. Сейчас сидеть на пресс-конференции, об этом говорить. Мы с тобой лично не разговаривали, поэтому. Уже смысла нет. С тобой лично не разговаривали. Касаемо правил, они спросили, я отвечаю. То есть у нас есть локти, бэкфисти, руки. Ну, то есть все включено у нас в плане без ног, без чего, руки, все включено. Он инклюзив, короче. А что по поводу веса, не понял? Мы там договорились насчет веса. Сейчас почему вот эту тему вообще говорю? Договорились, мне сказали, нет, ты я думаешь, сказал, что я у меня большой там вес будет, нет, да, что поднимется вес? Нет, ты так думаешь, что ли? Я ничего не думаю. Просто ребят, смотрите, нет, ты сделал, там, мне ты все там равно, ничего не говорил, сказал, сейчас хорошо. Говоришь там насчет веса, говоришь ты, брат. Правильно же, да, нет, брат? За вес пошел разговор, я сказал, вес не сделал. Да я объяснил, но я согласился. Нет, я вес услышал, я сказал вес сразу. Я что, сам думаешь, здесь вес придумал? Нет, ты сейчас говоришь слово. Даже насчет веса. Ты там вообще не говорил ничего насчет веса. Где там? Мы же договорились. Нет, вообще насчет веса вообще разговаривали. Утром это все, вопрос все решили. Утром мы с тобой разговаривали? Нет, мы насчет этого решили же с менеджером. Решили, поговорили. Я сказал, я согласился, да. Я же сейчас ничего не... Я уже насчет веса... Ну почему ты не сделал вес? Вот это меня интересно и все. Смотрите, я вам объясню одну вещь. Этот человек... Исходя, у любого бойца есть разные условия, согласитесь, у него есть разные условия. Этот человек сейчас начинает свой путь вообще в поп ММА. Этот человек многое отдал, вообще всю свою жизнь отдал для ММА, можно сказать, тренировался и тому подобие. Но у него сейчас не самые лучшие условия, что он мог спокойно 8 килограммов согнать и спокойно вот это все сделать. Вот он сейчас... почти убитый сидит по той причине. После весогонки он до сих пор толком ничего не ел, и никаких капельниц, уколов не было. И вот сейчас уже сколько времени?
Сейчас 11 час, нам еще и восстанавливаться надо. И он весь убитый сейчас сидит просто. Ну никто на это ничего не говорит. Я просто он спросил, почему. Он согнал. Брат, можно? Думаешь, нет, там, он ребят, просто спор... так гонял бы это? Я ничего не думаю. Брат, можно? Я лично возле стоял, брат, на взвешивание. Вот ты понимаешь, каково это гонять, сколько сил уходит на это? Я лично стоял, говорю, на взвешивание, брат, слышишь? Не специально. Можно я скажу, брат? Я лично стоял на взвешивание, и он лично сам сказал, я, ну, спокойно сгоняю этот вес, ну... А он а сейчас говоришь, брат, ну физически брат, не смог. Я лично стоял, брат, он, когда он говорил, спокойно сгоняю. Что-то мог сказать, я просто его состояние вчера видел, ну, вот, брат. Вот сказать и делать, ну, это просто не, совсем другое. Ну там другое вот говорит сейчас, другое это не надо. Он мог это я сказать, всегда если делаю, что-то если говорить. Я сказал, лично я это при всегда при мне всегда сказал, делаю. Брат, при мне лично сказал, спокойно сгоняю. Изначально вообще там насчет веса, не веса не было, если на то пойти, да? Ты изначально вообще не говорил насчет веса там. Как не говорил, если сказали, 80 килограммов ты вышел. Потом сказал он насчет веса. Ты же говорил, да? Как скажи, было, как 80 есть. Килограмм, кто ты вышел, да? Так же было изначально. Так было. Когда подожди, я вон там сидел, Коваленко вызвал, на пустую тему, да, есть важные, даже не знал, есть важные вещи, которые мы можем поинтереснее. Давайте этот вопрос оставим. Суть в чем, брат, суть в чем? Бывает, что ты не смог сделать вес, но у всех это никто не заставил. Это бывает, эти моменты, брат. Суть в том, что, смотри, этот человек... согласился, да, он дошел, ну, он согласен, ну, и хочет драться, понимаешь, договорился, согласился, хочет драться, этот бой будет, понимаешь, но он бы мог бы сказать, что нет, потому что был разговор, договорено, что весь это ты не смог сделать. Олег, почему никто не говорит одну простую вещь? Вот, давай, если говорить, этот человек базовый ММА, ну, ММА он, в целом он борец. Человек выходит против международника с высоким классом боксер, который боксировал с олимпийским. Сейчас Имам Хатая, призер Олимпийских игр, этот человек с ним боксировал. Не знаю, выигрывал ли они, не знаю, но сама суть, они равный бокс там. Даже он его выигрывал по ходу Хатаева. А Имам Хатаев сейчас стал вторым на Олимпиаде. У него очень третий, у него очень высокий уровень бокса. Ты думаешь, Ильяс не рискует, выходя? Не, смотри. Брат, дело не в боксе, дело в технике. Техника не уходит, да, что бы ты ни сделал. Вы знаете, что интересно мне? Смотрите, мне интересно просто. Можно, ребят, вот такой вопрос. Как ты считаешь, по ММА ты потянул бы Селесом? Я ни один день в своей жизни в зал борьбы даже не зашел. Я... Видите, то же самое. Так что давайте не будем долго говорить не, про это. Суть в чем? Я говорю, он молодец и он молодец. То, что они вышли и хотят, они пробиваются, понимаешь? Я, знаете, он сказал по поводу веса, свои претензии, да, вы ответили и все. У каждого своя зона дискомфорта. От того, что вы сейчас скажете, либо бой будет, либо он не будет. Давайте сделаем фейс-ту-фейс. Следующая пара бойцов, уже известный и полюбившийся всеми Амирхан Оев против Артема Фишера. На первый взгляд, Артем, ну, не кажется, что ты какой-то жесткий или сильный боец, но посмотрев твои бои, можно понять, ну, не ожидаешь, скажем так, от тебя, что ты реально такой хороший на стойке. Вообще, скажи про свои регалии. Слушай, ну, у меня база ММА, я так-то вообще кикер, выступаю по К1, по кикбоксингу, и я вообще, по сути, добрый человек, знаешь, если меня не трогают, я тоже никого не трогаю, а бои – это моя работа, и я выхожу сюда, делаю то, что я люблю. В принципе, я живу спортом. Неважно, знаешь, я выхожу на бой, и если даже я проиграю, уйду там с сломанным носом, с рассечкой, я просто выхожу и делаю то, что я люблю, понимаешь? А у тебя какой рекорд? По профи или по любителю? И так, и так. Ну смотри, по профикам, по ММА у меня 2-0 рекорд, а по поп-ММА 12-4. 12-4 в поп-ММА? 16 боев в поп-ММА? Не-не. Ты ветеран, походу. Не-не, смотри, 12 боев я всего провел, и 4 боя проиграл из них. То есть 8 побед. 8 побед, 4. Да. Ну, мне кажется, хороший результат. Амирхан, смотри, ты вылетел из гран-при, сильно ли ты расстроился после этого? Нет. Нет? Нет, почему? Вообще не расстроен. Как тебе сказать? Не было, да, там цели? Была, но я... Так-то как таковой, как хотел вернуться, не было такого, чтобы я хотел прям выиграть там. Не, выиграть я хотел, имеется в виду, типа вот огорчения после боя не было. Потому что я понял для себя свои минусы и так далее. Зачем мне огорчаться и грустить за то, что прошло уже? Смысл. А как расцениваешь Артема и смотрел ли его бои? Нормально расцениваю. Молодец. Умеет драться. Хорошо стоит. Плюсов много, но не буду его в лицо хвалить.
Хочу посмотреть, что он покажет в клетке. Хотелось бы задать тебе пару вопросов, не касаемо твоего соперника. Ты друг Марата Исаева. Но после боя Искандара с Маратом, во время кипиша, ты защищал Искандара? Да. Эй! Эй, зачем? Алик, пацан. Малиадыем, пацан. Сабр делай, сабр. Мы же победили. Все. Почему? Ну, смотри, они были вдвоем. Да. Как бы я сильно не любил своего брата, я должен как-то порицать его ошибки. Да. И когда эта толпа налезла, я понимал то, что они вдвоем, ну, не вытянут. И я понимал то, что это несправедливо. И у меня не было к ним негатива никакого. У Марата с Искандером, да, есть. Но у меня к нему не было, потому что, ну, я с ним ничего плохого не имел. И когда они полезли, я понимал то, что сейчас, если их изобьют и будут говорить про нас, какие же мы там шакалы, как мы напали толпой и так далее. Но зачем такое, если можно это сразу на корню убрать? Если бы даже, я так скажу, если бы они полезли драться уже, именно кулаками уже, я бы, наверное, стоял бы все-таки за... Это еще шутка. Артем, вообще, что скажешь про Амирхана? Я к Амирхану, честно скажу, готовился. Я Амирхана считаю достойным соперником, хорошим. И я уверен, что бой будет очень хороший, интересный. И я уверяю, ну, как я не буду говорить план боя, потому что он всегда может измениться в любой момент. И ты никак не можешь предугадать то, что будет в бою, правильно же ведь. И посмотрим, но я настроен на полную дистанцию, естественно. И Амирхану также желаю удачи. И... Но ты в своих силах уверен, да? Да, я уверен. Просто ты изначально довольно сильно газовал в прямых эфирах и так далее. Слушай, я так понял, что я уже... газовал, потому что у меня была недостоверная информация насчет Ойва. Но мы сегодня с ним поговорили, пожали друг другу руку, и неприязни никакой нету. Да, то есть я с Ойвом выхожу, потому что на самом деле у всех, с кем я дрался, настолько... достаточно такие серьезные, какой в принципе не было, да? То есть я выходил, где-то побеждал, где-то проигрывал, но Оев, он очень техничный в плане бокса. Я же в базе, в принципе, кикер, да? И по боксу достаточно я бы хотел. Мне интересно с Оевом подраться и получить тот опыт, который у него есть. Амирхан, еще второй вопрос по поводу, не касается твоего соперника. Если в одном случае ты хотел успокоить конфликт, а в другом случае ты на промоченном правде ударил ассасина и, говорят, даже сломал ему челюсть. Зачем это было сделано? Тем более он был уставший после боя. За языком слышишь? Да слушай, пожалуйста. Перед боем, когда я с ним встретился, я этому человеку сказал... Ну, он сам подошел ко мне, поздоровался, я протянул ему руку в ответ. Даже если враг тебе протянет руку, ты обязан пожать ее. Я протянул руку в ответ, он говорит, как дела? То есть я говорю, нормально, давай, говорю, я не хочу с тобой разговаривать, потому что ты одно видео снял, и это мне не понравилось. Он такой говорит, ты что, обиделся? Я говорю, нет, ты в смысле обиделся? Ты во мне девушку видел? А что тогда такое зло? Я говорю, ну, мне это не понравилось. Ты не должен на все общее обозрение что-то про меня говорить, потому что я тебя знать не знаю. А он говорит, ну, это же его в юмористической форме. Я с ним за одним столом не сидел, у меня общих друзей с ним нету. С его командой, как ты знаешь, я не особо дружу, у меня с ними, грубо говоря, такая... неприязнь друг к другу. И он берет это, снимает, влезает, грубо говоря, вообще в чужой бой и начинает что-то про меня говорить. Я сказал, так не делай. А потом после боя сядем, чай попьем, пообщаемся за это. То есть без боя я хотел, то есть я не хотел драться, бить его. Он говорит, все, я тебя понял, я свою ошибку признаю. Все, мы руки пожали, нормально я к нему, то есть ничего. Вот ты заметил, когда он подошел, со всеми в углу нашем поздоровался, я ему руку протянул, ничего плохого не сказал. Я мог там ударить его. Смысл мне было подойти, потом его бить. И то перед тем, как я подошел, я сказал, следи за языком, или я тебя сейчас вырублю. И он начинает, он меня еще отталкивает. Ну тут автоматом, хочешь не хочешь, он уже перешагнул грань. А пожалел ты после этого поступка, либо нет? Честно, я не пожалел, я это сделал, но это, я могу признать тот факт, что это было неправильно. Но пожалеть я не пожалею. Смотри, все твои соперники были популярными, последние тем более. Касымбай, Азизхан и многие другие. Но в данном случае твой соперник, хотя он провел много боев по ПММА... Ну, слушай, я не особо отстаю подожди, от... Подожди, тебе так кажется. Ты дрался в битве за хайп, как ты мне говоришь, да? Что-то знакомое лицо, да? Да, ты провел очень много боев, даже, может, больше боев, нежели, чем Амирхан Оев, да, по ПММА. Но особо тебя, ну, мало кто знает. Ты согласен с этим? Да. Согласен, что медийка намного меньше, нежели, чем у Амирхана, нежели, чем у Касымбая, там, Азизхана. Да, но... Сколько у тебя подписчиков? Тем не самым, у нас разница с Оевом всего в 10 тысяч подписчиков. Ну сколько, сколько тебе подписчиков? 40. Амирхан, как тебя он заинтересовал? Либо тебе хорошие гонорары предложили, хайфайтинг, либо как-то он тебя заинтересовал. В чем интерес этого боя? Мне искали соперников, многие отказывались, дали его, я не выбирал. Ну, я везде всегда говорю, что я не выбираю. Кого дадут мне, с тем я и выйду. Альфредо, то есть тебе предложил вариант,
ты согласился? Ну, тут даже как тебе сказать? Он говорит, так-то, так-то. Я говорю, да, да, он просто один скинул, слетает, он второй говорит, слетает. Окей, он да, говорит, да, вот этот согласен. Я говорю, да, без проблем, давай. С Амирханом легко договариваться. Про что ты хотел? Да, да, непосредственно, когда с Альфредом мы связались по поводу соперника для Амирхана, я предложил ему Артема Фишера. И, в дальнейшем мы уже договорились о формате боя, о дате, о сроках, непосредственно о гонорарах. И мы начали очень большую работу над подготовкой Артема Фишера. Мы начали тренироваться с Артемом Типчиком, если вы поняли. Ну, он реально провел огромную работу на тренировочном. В общем, тренировки были реально сложные. Он пахал каждый день по два раза. У нас цель была добиться этих высот, потому что бой с Амирханом Моевым является для нас новым этапом в будущее по ММА в целом. Потому что это на самом деле один... Я могу сказать так, что это действительно один, единственный соперник за всю его карьеру, который можно назвать серьезным соперником. Не кажется ли тебе, что после таких слов интерес к этому бою пропадет? Не пропадет, потому что я считаю, что у Амирхана Оев не ожидает то, что его встретит в октагоне. Ты захотел тоже сказано что-то наладить, да? Нет, нет, я не говорю, что я недооцениваю. Нет, нет, я с большим уважением просто хочу сказать, чтобы он не думал, что этот бой он заберет легко. Я думаю, что... Он вообще да. не должен его забрать? Ну, пускай он надеется на лучшее. Вы должны говорить, что его победите. Мне кажется, с вашей стороны как-то неуверенно, что ли. Вы говорите, что это серьезный соперник, что намного выше уровня. Ну, мы оцениваем все возможности Амирхана. Я думаю, что в этом бою... Сколько тебе лет? 19. 19 лет? Да. Считаешь ли ты, что еще не дорос опытом до Амирхана Оева? Слушай, возраст не имеет значения. Да, возраст не имеет значения. Имеется в виду, не столько вообще много боев провел. Скажи, 18 лет ты тоже дрался с Марвином? Ну, вообще нулевой. Но все равно дух и мужской характер имеет какую-то огромную роль. Когда ты говоришь, возраст не имеет значения, поверь мне, он очень, очень колоссальное значение имеет. Очень колоссальное значение имеет. Потому что чем больше ты живешь, тем больше ты знаешь, чем больше ты видишь. За счет того, что ты знаешь и видишь, ты опытней. Согласен? Я прекрасно понимаю, но благодаря тому, что... У меня достаточно много было соперников, которые старше меня даже на 20 лет. Смотри, если тебе 19 лет, да. Битва за хайп была 2 года назад. Да. Тебе было 17 лет, нет. Когда ты дрался? Смотри, в битве за хайп я подрался в 16 лет вообще. А почему тебе дали разрешение? Вроде бы там не было таких молодых ребят. Это был раунд, потому что... Я не знаю, почему ты не помнишь, но это когда битва за хайп уже заканчивалась и набирали выиграл новых людей. Выиграл ты или проиграл? Тогда проиграл. Кому? Я не знаю этого парня. Он потому что нам дали, понял? Это был надбор в битву за хайп, потому что пройти туда, да? Тебя вырубили и как? Нет, ну, проиграл по очкам, да. Понял. Но потом я взял реванш в нашем деле и выиграл. У меня вопрос к Амирхану. А вот мы заговорили за возраст, да? Считаешь ли ты для себя, что Артем для тебя легкий соперник? Я ни к одному сопернику своему не отношусь, типа, к каким-то легким, нелегким. Потому что, знаешь, есть такая фраза, когда ты ожидаешь хорошее, наступает плохое. Понимаешь? Поэтому всегда готовься к худшему, и ты придешь к лучшему. Я готов к нему на 100%, я заряжен. По поводу боев, ты сказал по поводу возраста, у опыта, да? Но опыт зарождается именно в тех моментах, когда идет практика, верно? Ну, в плане боев, в плане... Я, кстати, провожу бои в месяц достаточно. По 4 боя, каждую неделю по бою. Ну, если так, то будет интересно посмотреть. Этот, Амирхан, можете тебя попросить встать, пожалуйста? Откуда тебе это худи, я не пойму? Как ты не поймешь? Ты же мне ее подогнал. Да, ребят, это худи из моего бренда одежды, аниме, Наруто, Блич, Ван Пис и другие популярные. Аниме, лучшая ткань. Ты действительно фанат Наруто, скажи, как его зовут? Итачи, Учиха, Шаринган. Лучшая аниме одежда, лучшие лекала, самое хорошее качество, ткани из Турции, люкс, топ, заказывайте. Бренд называется Хисока, сайт hisoka.ru. Вот здесь внизу ссылка будет в описании, заказывайте, кайфуйте. Вот, да, давайте сейчас сделаем сердаун. А где Али? Партнер High Fighting Aviline дарит 1000 рублей всем новым пользователям. Ахмед, ты чего? Какая 1000? Aviline теперь дарит фрибет 2000 рублей всем новым игрокам. Регистрируйтесь по ссылке в закрепленном комментарии, введите промокод HIGH и получите свой фрибет 2000 рублей. В отличие от бонуса других букмекеров, фрибет Aviline без каких-либо дополнительных условий. Ну что, ребята, наконец-таки вторая пара полуфиналистов нашего звездного гран-при. Муратбек Касымбай и Эмиль Наврузов.
Наверное, одно из самых медийных противостояний на нашем промоушене. Эмиль, все бои в гран-при были зрелищными, но все это сорвал именно ваш бой с Ахмедом. А, да, по вине Ахмеда произошло. Расстроен ли ты, что первый твой бой в гран-при сложился именно так, и ты не смог себя раскрыть? Я ни в чем не жалею, что было, то прошло, все впереди, идем дальше. Газ в пол. Муратбек, ты показал отличный бой с Совием, как мы уже сказали. Провел еще несколько поединков, которые тоже успешно выиграл. Считаешь ли ты, что ты сейчас находишься в своей лучшей форме? Я бы не сказал, что я в лучшей форме, поскольку у меня именно на подготовку времени не особо было. Как тебе известно, я получил травму в бою с кровопускателем и с буваром я уже вышел травмированный. Затем я одел гипс и, ну, ты хороший врач, ты умеешь убеждать и лечить мои раны быстро. Спасибо тебе, благодаря тебе у меня раны быстро заживают. Просто очень хотел это противостояние, и я думаю, если бы ты не смог подраться и с Эмилем поставили кого-то другого, это 100% было бы далеко не так интересно. Тем более уже есть предыстория, оба провели свои поединки, выиграли на гран-при. Короче, ты считаешь, что не в самой лучшей форме, но я думаю, очень хороший. Ну, морально я всегда готов, я настроен только на победу. Ни в коем случае не хочу принижать твои заслуги, но я сюда пришел побеждать. Тут все ребята сильные, но я настроен на победу. Это мое внутреннее состояние. Ты в курсе, да, что Эмиль новоиспеченный мастер спорта? Смотрел его бои? Да, буквально посмотрел пару боев. Хороший на руках, базовый боксер, хорошо двигается, хорошо бьет. И я сюда пришел как бы непросто. Я пришел сюда за победой. Многие подписчики считают Эмиля фаворитом в данном бою с тобой. Да не только в данном бою, но и вообще нашего гран-при. Не дает ли это как-то на тебя? Нет, абсолютно не дает. Если, наоборот, мой взгляд, это должно давить больше на Эмиля. Потому что я борец, он боксер, и я в его мир лезу. Ты всегда говоришь, что ты грэпплер, все такое, но все твои бои проходят в стойке. Может быть, что-то ты не договариваешь? Ударка такая вещь, это очень азартная. И когда что-то начинает получаться, и уходишь в это головой, в азарт входишь. А я сам по себе очень азартный человек. И, возможно, из-за этого. А как-то где-то мне кто-то сказал, что базовый, ну, по юниорам или по юношам ты боксировал. Я? На сборах, да. Клянусь Аллахом, вообще. Не-не-не, я просто ходил... слышал то, что я вот интересуюсь. Недостоверная информация. У меня проблемы были с ударкой. Брат меня повел в зал бокса, где я там буквально сколько, неделю походил и потом ушел. Я в зале бокса вот перед... этими боями я там буквально перед Сивым я готовился там буквально неделю-две, наверное. Вот, ой, если все собрать в совокупности, может, месяц у меня и бокса есть стажа. В этом гран-при самое крутое и интересное противостояние именно ваше. Потому что я нигде не видел, чтобы Муратбек в стойке кому-то уступал или отступал. Не было такого. И Эмиль Наврузов, это финалист гран-при хардкора, также показывает высокий уровень. Неправильно выразил, это народный чемпион. Народный чемпион, да. Знаете, ребят, я бы хотел вам предложить провести просто один бой по UFC. Конечно. Давайте сделаем. Еще предупреждаю вас, что после 5 ударов там падают. 5-6 ударов. Режим нокаут. Нет, а что, такое нельзя сразу включить? А, ты же хорошо в UFC играешь, ты шаришь. А ты хорошо играешь в UFC, да? Не прям хорошо, но умею играть. Попробуйте, да, 2-3 боя можно провести. Вот я не умею, вот здесь вот выиграешь. Комментировать? Так, это полуфинал нашего гран-при. Первую атаку делает Муратбек Касанбаев, но все мимо. Джеб, джебов. Эмиль, как всегда, заходит с джебов. Хороший удар, middle kick. Вообще, это бокс, у нас ноги пошли в дело. Сразу видно, кто ММА, а кто боксер. ММА. Ахмед сделал бы точно. Нормально. Тут быстро падает, пацаны, быстро падает еще. Что вы? Это просто игра, это игра. Давай второй раз еще. Поздравляю. Да, но это просто игра.
Эмиль, вот ты наверное, ну, я думаю, ты посмотрел, наверное, бои Муратбега. Считаешь ли ты его одним из самых опасных? С кем ты вообще на руках дрался? На этот вопрос могу ответить только после боя. Ну, а так, вот то, что ты видел смотреть на экране. Смотреть и оказаться в октагоне – это совершенно разные вещи. Ну, тяжело, да, оценить? Я все карты не хочу раскрыть. Мне зачем интересно такие вопросы задаешь? Кто был самым сложным соперником в ПОМ? Ну, единственный раз в жизни я упал, да. Ну, а так, ну, я бы не считал. Нет такого, сложным, знаешь, волнения. Того, если бы не 15 килограмм было, самый совсем сложный соперник у меня был в ПОМ – это Сульянов. Да, 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 да. Который залетел в клетку, когда тот был в нокдауне. Тишина! Тишина! Кто опаснее, вот просто навскидку, Калмыков или Муратбек? Или все равно сложно сказать? В ударке его уровень, наверное, больше будет, ну, намного хорошем уровне, чем Мухаммад. Не в обиду Мухаммаду. Но там чисто просто габариты. Габариты мне мешали. Плюс ты, наверное, привык в перчатках ММА драться. И вот, наверное, это тоже как-то хорошо сказывается, в принципе. Наверное. Но это больше для борьбы же. Смотри, этот Мухаммад, я всем вам ассаламу алейкум. У них бой, да, я все равно хочу. Я люблю казахский народ, потому что я там в Алмате полгода прожил. Там очень хорошо меня приняли. Но здесь чисто... Ну, братское отношение, но все равно я скажу по спортивному моменту, да. Я смотрю, я фанатик, то есть у меня и с Персом был, я смотрел его бой, хотя я сказал, что ты выиграл. Он вот именно в боксе, я посмотрел все его бои, потому что я знал, что или я с ним подерусь по ММА, или он по боксу, потому что мы одного веса. Он в ногах стоит, то есть когда зарубается, стоит, когда с Оевым, да, он дрался. Кто, Муратбек? Да, да, да. В ногах, он когда бьет, да, он не в движении, он стоит, короче. Вот. А Эмиль двигается, понимаешь? Эмиль движение, скорость, постоянно, да. Движение, скорость, понимаешь? Поэтому я вижу, что Эмиль из этого боя, да, не в обиду, да, выйдет победителем, потому что это его стихия, это бокс, понимаешь? Вот. Хотя он говорит, что я борец. У него стойка хорошая тоже. Я базовый грэпплер. Я не со стойки борюсь. Мне вот интересно, вот как ты считаешь, у тебя что лучше, грэпплинг либо стойка? Грэпплинг. Можешь тебе провести там грэпплинг схватку с Марифом Пираевым? Почему бы нет? Потому что такого не было, я думаю, казахстанская территория поддержала бы. Я думаю, мы легко договоримся. Мариф Пираев, готов ли ты провести грэпплинг? Ты, ну, ты твой друг же, договаривайся с ним. Договоримся. Да. Интересно будет, реально. У вас лидеры здесь же свои же гран-при? Вот ты кто думаешь, кто выиграет? Ты думаешь, кто выиграет гран-при? Вы говорили об этом вообще или нет? Нет, я не говорил. Меньше, ну, вот сказать. Ты год считаешь? Я могу сказать. Я считал... изначально я считал Эмиля Наврузова, потом Эмиля Искандара, когда чуть про Искандара узнал, но пока еще не подрался с Маратом. Ну, Марат тоже считал. И вот после Муратбека боя с Баваром, ну, 60-40, 60, я думаю, что Эмиль выиграет, 40 Муратбек. Именно после боя с Баваром я понял, что, ну... Гран-при? Да, ну, да. Не, он говорит, из чего он так думает? Взгляд поменял. Да, после боя с Баваром я прям вот 40-45%, ну, что у него есть реально хороший шанс с Эмилем. Именно после этого боя я убедился, потому что Бавар — это жесткий боксер. Я видел эту рубку, и даже учитывая, что он, ну, может не двигаться, на челноке более стоячий, как будто бы у тебя, вот как ты говорил, IQ в бою очень высокий. Высокий IQ в бою и подстраиваться постоянно. С раундом все лучше и лучше. Вот я вот это увидел. А как ты считаешь, кто выиграет гран-при? Гран-при полностью в целом. Чуть больше, наверное, вероятность, что выиграет Эмиль. Вот если по 10-бальной шкале, наверное, 10 Эмиль, 9 уже Муратбек. Что? А ты? Честно, я не разбираюсь. Мне почему-то кажется, что Муратбек очень жестко бьет. Знаешь, вообще, как сравниваю, типа, Муратбек, я знаю, что сейчас спокойно мог бы перебить в стойке Перса. Мне кажется, Перс... Ну, короче, да, такая долгая, тупая история. Но мне кажется, что Муратбек прям хорошее противостояние окажет. Что Эмилю... Изначально я не был уверен, но когда я посмотрел бой в хардкоре других организаций, я реально был удивлен. Мне что нравится в этом противостоянии, то, что Эмиль, ну, всегда двигается, да, вперед-назад двигаешься и залетаешь. А Муратбек всегда идет вперед. И, ну, мне кажется, вы стилистически оба друг другу как будто бы неудобны. Из-за этого, ну, как сказать, результат прям реально очень... И все-таки... Чей геймплан лучше сработает, как бы, тот, да, и выиграет. И все-таки многие говорят, что это бокс. Это не бокс. Мне кажется, это не бокс. Это, конечно, все-таки другое направление. То же самое, что и голые кулаки, это тоже другое направление. И мне кажется, что тут 50 на 50. Я не говорил бы 60 на 40. 50 на 50, я считаю. И, блин, реально, в данном гран-при это самый интересный бой, который я хочу увидеть. Альфредо, вот во время боя с Баваром, просто Бавар психологически слабый. Он как Чебис ему навязал свой бой. Я не говорю, что, ну, ты там в чем-то слабый, не подумай, брат. Просто Бавар, он такой, когда заруба, а он любит зарубаться. И Бавар тоже зарубу лезет. Бавар же боксер же он был.
повар тоже в боксу, за рубу лезет. А этот человек психологически сильный. Я понимаю. Бавар мастер спорта? А? Бавар мастер спорта, да? По-моему, мастер спорта. Да, а этот человек разные. Психологически что? Сильный. Он дрался, он доказал, извини, он доказал, короче, как он, из каких ситуаций он выходил. Понимаешь, я иногда от него тоже в шоке был. Я вот забывал, что я с ним знаком, да, когда вот с Калмыковым дрался, да. Всем это интересно, этот реванш. Но когда он выходил из этих ситуаций, он еще глазами показывает всем, что я еще только сейчас начинаю драться, только я сейчас во вкус вошел, короче. Понимаешь? Этот человек из того, ну, как тебе сказать, сделан, можно сказать, да? Жизнь непростая была, сделан из стали, короче, и дойдет до конца. Не, психологически ребят, его уязвимость вот никто не сомневается. Друг Алаусет, ну, как бы высказал свое мнение. Как ты считаешь, по процентной, сколько процентов даешь Муратбеку? Скажу сразу, я его не считаю простым соперником. Ну, сколько процентов? 70 на 30. 70% Эмиля? Да. Ребят, а как вы считаете? Мне просто интересно. Азат, скажи свое мнение и тоже по процентам. Я могу конкретно сказать, вот ты говоришь, что Муратбек застаивается, да, это у каждого боксера, даже в стойке, это стиль, да, ведения боя. Муратбек, да, застаивается на ногах, Эмиль, он делает, ну, как я видел, он делает шаг назад, два вперед. В боксе попрыгунчик, да, называют. Примерно завтра Эмиль будет прыгать по октагону. Муратбек будет идти вперед. Ну, в смысле, это завтра бой. Я, честно, я даю 50 на 50. Даже зная, в смысле, я видел Эмиля, очень сильный, очень хороший, очень, ну, боксер. Мне такие боксеры симпатизируют. Муратбеку тоже завтра будет нелегко. Но я думаю, будет заруба конкретная. 50 на 50 мы оцениваем. В смысле, это реально. Я не хочу там его поддержать. Или поддержать его там, тем более, да, в смысле. Я поддерживаю, что будет 50 на 50, это ну, железно. Завтра будет рубка. Будут, думаю, обязательно будут нокдауны. Я думаю, это будет пипец. Мне кажется, прям все три раунда подеретесь. Я уверен. Я что хотел самое главное хотел сказать, вот, ребята, тюрки газуют. Мне очень приятно. В любом случае, тюрки всегда, вот, если взять историю, тюрки – это прародители, да, Олимпийских игр. От нас это все пришло. Сейчас в гран-при три тюрка участвуют. Это очень круто, пацаны, да? Брат, я извиняюсь, что это значит? Что значит? Это народ. Тюркский народ. Тюркский народ. В смысле, мы тюрки, казахи, азербайджанцы, якузы, кипчаки, это все. Тюркоязычные. Это значит казах, киргиз. Казахи, киргизы, узбеки, кочевые. А, все, понял. Братья, одно, да, вот мы соревновались, пусть это пройдет, как вот всегда тюрки соревновались, это было между нами как соперничество, да, пусть это пройдет на уважение, сабр друг другу. После боя обязательно пожмите руки. Победить сильнейший в любом случае, братья, победить сильнейший. А сейчас многие, наверное, подумают, что брат меня не поддержит, он, наоборот, именно меня поддержит, но он как бы мне говорит, ты не думаешь, что это будет легкий бой. И он реально оценивает эту ситуацию, то, что шансы реально равны. И я тоже такого же мнения. Я в себе никогда не сомневаюсь. Я знаю то, что я пойду до конца. Но я знаю то, что Эмиль по навыкам, он другого уровня боец. Но я по-любому буду идти. И теперь оценивается все. Почему 50 на 50? Потому что ну, я вижу объективное решение. То, что можно и проиграть, и можно и выиграть. И у меня, и у брата склалось такое, такое именно прогноз на этот бой. 50 на 50 шансы. А такая тема, что Эмиль уже доказал всем, что он реально один из самых лучших поп-ММА. Может быть, даже не только поп-ММА. И Муратбек набирает огромные просто обороты. Мне просто интересно, смотри. Ты был бойцом IMC Fight Night. Я и до сих пор. Да. Но в последнее время мы тебя часто видим в организации поп-ММА. Есть такая ситуация, ну, схожая, к примеру, с Марифом Пираевым. Он тоже в последнее время начал драться по ПММА. Это не сказывается ли так, что тебе старшики говорят, слушай, брат, как бы серьезность падает твоя, может, ты не будешь по ПММА там драться, это более несерьезная тема. Нету такого? Тут мы всегда оцениваем все объективно, какие плюсы, какие минусы от этого. Да и я и ранее говорил, в поп ММА те же самые бойцы, которые в проф ММА, Эмиль Вон, мастер спорта по боксу. Я как бы соревнуюсь с лучшими. Тут я не считаю то, что это будет для меня минусом. И тут и конкуренция хорошая. Есть конкуренция. Хотя все думают, то, что тут все болтают. Но есть тут и есть мастера спорта. Те же и профбойцы, профессиональные бойцы тоже здесь бьются. Это просто другая площадка. И с чуть-чуть своими правилами. Где больше заработок? Поп-ММА либо ММА? В данном твоем случае.
У меня и там хорошо. Ну, мне кажется, по-моему, больше. Мне тоже так кажется. Ну, ты бонус дашь, то будет больше. Мне кажется, даже без бонуса. Муратбек не раз там рассказывал то, что мы занимаемся сельхознаправлением. У нас лошади, да, вот... Он очень любит лошадей. Эмиль, я видел, что ты катаешься на лошадях. Ну, если ты приедешь в Казахстан, я тебя приглашаю на наше хозяйство. Ну, мы сделаем там конкретные тюркские игры. Постреляйте на лошади с лука. И там, ну, будет развлечение. Но сейчас не об этом. У нас, получается, в ауле, да, где мы держим скот, у нас есть один тоже наш близкий брат. Он, есть казахская борьба, казахша курес называется. Он просто, он не спортсмен вообще. Он просто непобедимый у нас в ауле. Но такие люди в ПОП-ММА, которые не занимались спортом, часто газуют, да, вот, но. И я хотел бы представить, парень вообще не занимался никогда. Он пасет скотину, занимается, в смысле, чисто, ну, кокпар есть, национальная игра у казахов. Вот он хочет газануть на ПОП-ММА. Если к декабрю, вот, познакомьтесь, это Галым, тяж. Такой, знаешь, это, к примеру, когда сюда... Вешают этот пояс, да? За пояс берут? Да. Кто первый? А, да, видел такую тему. Жұмысы өткені, өзіңіз білетіндей, ең аз дегенде. Он, получается, у нас непобедим. И мы бы хотели, чтобы он газанул в ПОП-ММА и посмотреть. Потому что вообще казахская аудитория, она интересна для вас, да? Ну, да, конечно. Хайпа это очень. В любом случае, ну, если говорить все как есть. И тяжей у казахов очень мало. Так что давайте прокачаем этот бой на декабрь. Посмотрим, как ей Галым у нас газанет. У нас номера друг друга есть. Я думаю, это вполне обсуждаемо. И на самом деле интересный вариант. Тем более такая предыстория есть. Обсудим. После нашего боя с Шабхалом, короче, я вам не рассказывал, да? Дана Вайт звонил, Камил Гаджиев звонил, говорит, к себе зовет, короче. Я им говорю, менеджеры, звоните, они говорят, со мной хотят, короче, связаться. Что делать, скажи, оставаться или туда, за границу? Отшивай. Да. Ну там же мало денег. Все, еще хочу сказать, вот честно вот скажу, я хочу салам передать всем казахским братьям, особенно в Алмате, которые мои братья были. Да, мы, иншаллах, к вам приедем, братья. Я вас очень сильно люблю. Все. Всему Азербайджану. Давайте сделаем Баку, сердаун. Баку, ассаламу алейкум. Сделаем сердаун. Хотим сюда пригласить Эмиля Наврузова. Эмиль Наврузов. Гладиатор и терминатор, да? Муратбек Касымбай. Муратбек Касымбай. Друзья, я надеюсь, вам очень понравился этот выпуск. Вложили кучу сил, энергии. И я думаю, это заслуживает того, чтобы вы поставили колокольчик и подписались на наш канал. Да, друзья, ваша поддержка, лайк, подписка и комментарий играют для нас большую роль. Мы будем стараться для вас сделать все лучше и лучший контент. Всем большое спасибо за ваш просмотр. Пока!